Здорово, народ! Я не в курсе, врубился ли стрим. Как обычно, мне не показывает количество виверов. Но я полагаю, что кто-нибудь сейчас мне об этом скажет. Короче, на телефоне я тоже никого не вижу. Всем здорово! Я тут как бы чилю под музончик. У меня все неплохо. Единственное, погода подкачала. Что-то здесь холодно в Лондоне. Я бы даже сказал, очень холодно. Ночью было плюс 3. Сейчас, наверное, типа... что-нибудь типа 10 feels like 7, короче. Опять вернулась зима, здесь зимой абсолютно такая же фигня, и меня это бесит. Я как бы климатический инвалид. Я с огромным удовольствием жил в Юго-Восточной Азии, у меня было все прекрасно, я, видимо, там окончательно сломался, и теперь я больше не тот сибиряк, что был раньше, который спокойненько прыгает в речку, 2 градуса температурой, который спокойно, короче, может стоять чилить на улице, там, минус 20, пить пивчик с чуваками, там, 2 часа перед входом в клуб, как бы, и всякое такое мне больше недоступно. Но зато мне доступны другие офигенные вещи. Вот, здесь хотя бы все цветет, правда, из-за этого у всех аллергия, даже включая меня, у человека, у которого нет аллергии. Не знаю, в курсе кто или нет, в Лондоне есть проблема с этим, типа, здесь есть так называемая болезнь такая, hay fever. Это типа как простуда, только от цветения растений. У тебя все першит, у тебя слезятся глазенки, и ты весь такой просто в невминозе ходишь, но как-то выживаешь, тем не менее. Мы на самом деле пока ждем, как, ну, чтобы хоть кто-то еще подобрался, как бы, чтобы побольше народу посмотрели все онлайн. Я не хочу затягивать, я понял свою ошибку предыдущих стримов тестовых. Спасибо, кстати, всем, кто заглядывал и всем, кто смотрел на это. Я там типа учусь, как бы, да, поэтому у меня иногда получаются какие-то нехуйственные, как бы, зашквары, как бы не очень все качественно, типа, я доношу, но. Рано или поздно, как бы, я стану круче. Вот, вы меня можете саппортить, чтобы мне было интереснее. Репостите мои стримы, особенно в процессе, потому что это набирает больше людей. И у меня больше мотивации, как бы, типа, так напрягаться, короче, когда ты там видишь большую цифру. Лайкайте тоже, чтобы это у меня в моих подписчиков вверх вылезало, и они видели, и как бы тоже залазили. Вот, я напоминаю, что мы в этом стримочасе топим за продажи. Но продажи — это очень обширная наука, поэтому я разговариваю про очень разные вещи. Последний раз, если кто был, вот в пятницу я разговаривал про тексты, например, про литературу, по сути. То есть меня просили, наверное, про продающие тексты, но я решил как бы сделать некое лирическое отступление и 3,5 часа зачесывал именно про текст, как литературная форма отображения мыслей. Ну, как бы, если ты владеешь текстом, то, скорее всего, ты владеешь продающим текстом. Если ты владеешь только продающим текстом, а не владеешь текстом в целом, то, скорее всего, ты в среднем пишешь все равно паршивенько даже свои сраные продающие тексты. Поэтому лучше разговаривать про литературу, и как бы у тех, кто в ней шарит, нет проблем. Я заметил, что они зато классно умеют писать, они классно умеют вести переговоры эмпатично, и они еще не знают, что у них бы это хорошо получилось, и, возможно, они могли бы больше денег зарабатывать. Но это факт. Как правило, человек, который очень глубоко хорошо понимает текст, но он довольно не тупой как бы по жизни, он, скорее всего, довольно быстро срубает таинство продукта, таинство потребности клиента, и может это все срастить в литературной форме и начать продавать. То есть именно поэтому в основном я, например, да, всегда даю предпочтение людям, которые хорошо пишут. И это не только я, на самом деле, если почитать книжки великих и даже книжки американских политиков, они все говорили о том, что если ты не знаешь, кого нанять для роста твоего бизнеса, найми того, кто хорошо пишет, он хотя бы не тупой и, скорее всего, сможет хотя бы связи налаживать. Это как раз вот про нас, типа гуманитарии, да? Люди начали подходить. Спасибо, что пишете комменты. Это еще одна просьба. Пишите комментов побольше. Потому что, когда ты вот, типа, сидишь как я, да, не перед какой-то аудиторией живой, как в зале, да, ты выступаешь, у тебя есть живая аудитория, живые люди, которые на тебя смотрят, там, типа, ты видишь их эмоции, ты можешь там их развлекать, получать, как бы, этот смех в ответ. Здесь, как бы, я ничего этого не получаю,
Вот я сижу перед камерой, как бы она абсолютно мертвая, абсолютно железная. В некоторых местах она даже кожаная, кстати. В некоторых местах она пластиковая. Нихера, ну, это не помогает, потому что она не живая, она не теплая, короче. И вот ваши комментарии, теплые, живые, я их почитываю, я на них буду отвечать. И если вы пишете комментарии, то означает, что вы лучшие. Просто охуенные. Понимаете, о чем я говорю? Вот, и типа, я сегодня быстрее, чем в предыдущие разы, хочу перейти к контенту. Тем не менее, мы всего там с вами 3 минуты вместе. Давайте я вам расскажу одну быстренькую историю, чтобы еще народ потянулся, кто типа еще собирался, да? И мы продолжим. Вот, и кстати, зашерьте, плиз, пост. Я сейчас тоже зашерю пост. Я вот сейчас нажимаю, короче, пост в Facebook. Я типа зашерил, короче, свой стримак прямо сейчас, чтобы люди, которые не получили пост, на который вы среагировали, тоже увидели и подошли. Вот, посмотреть, типа, вот, присоединиться к нам. Все, я зашерил. Ну, короче, да, здорово всем. Короче говоря, мы будем через 4 минуты говорить о рынках. Мы будем говорить о контактах. То есть, как вообще компании айтишные выходят на рынки, зачем они это делают, как они действуют, как бы, и что, мне кажется, там иногда неразумно. И также мы будем говорить о том, как мы, по сути, ищем контакты, короче, в компаниях, в которые мы хотим, типа, долбиться. В общем-то, это базовые темы, которые всем пипец интересны. Чаще всего люди нихера не понимают, как это делается, особенно не особо опытные. И они там допускают массу ошибок, которые уничтожают продажи, ну, на корню. То есть, как бы, делают практически процесс бесполезным, а все инвестиции в отдел продаж просто в ноль, да, в унитаз смываются. Вот, это важно разобрать, разберем. Скажите еще, плиз, в комментах, пока я буду дальше рассказывать, типа, насколько громко я могу сделать потише. Мне просто очень нравится рэпчик, как бы. Я, ну, я чувствую, короче, как будто я тоже его читаю, когда он громко играет. Но, тем не менее, я не хочу, чтобы он вас бесил. Поэтому скажите, я, ну, там, приглушу его с конца. Вот. Маленькая история, короче, про продажи тоже. Я, типа, сегодня ездил в салон BMW. Я, ну, как бы купил год назад копейками там тачку, и мне ее продавали офигенно. Я даже писал про это пост, который собрал там довольно много, как бы, смеющихся лайков. Короче, мне там чувак, ну, довольно своеобразно продавал машину, там предлагал мне превышать скорость 2 раза, короче, очень странные комментарии давал, матерился, короче. Ну, то есть сделал все, как делают нормальные солзы в BMW. Но он допустил оплошность. Какого рода? Он мне, короче, сказал, ну, типа, я покупал машину с маленьким пробегом. То есть не прям совсем новую, да, когда там, типа, она, допустим, новая стоит здесь в UK, допустим, не знаю, 50 тысяч баксов, короче, которая мне нравится. А, типа, слегка БУ такая, знаете, обкатку проехала, она, типа, стоит 20. Я взял такую, короче, типа, думаю, покатаюсь, короче, там потом пойму, один хер, как бы, я беру в официальном салоне BMW, там, типа, BMW approved, там, типа, этот, гарантии, короче, там дали, там, 2 года, короче, обслуживание, там, ну, всякая хуйня вот эта вот в комплекте, как бы, очень приятно. Но этот чувак, он, как бы, на самом деле, и так они много дают, и так прикольно, то есть, вот, ну, грубо говоря, опции офигенные, то есть, я был доволен, я был готов платить бабки, но чувак, видимо, чтобы завысить конверсию еще сильнее, он начал, как бы, пиздеть. И он мне сказал, что, например, у тачки новые колеса. Они, как бы, реально новые, но только, блядь, диски. То есть визуально смотришь, как бы, новые колеса. И ты думаешь, колеса? Что такое колесо? Колесо — это не диск. Колесо — это диск плюс резина. И, типа, я вот, ну, прошел какой-то срок, когда мне нужно было снова ехать там, типа, менять масло. Я, короче, приехал менять масло, а мне говорят: слушай, братан, а у тебя, типа, колеса стерлись вообще уже до корда, короче. Пиздец, тачка, короче, не, ну, illegal, все, ты не можешь на ней ездить. И, ну, я забычил, как бы, особенно сейчас еще в карантин, типа, ну, как бы понятно, что у многих компаний есть, как бы, необходимость сейчас где-то доставать из воздуха бабки, все же, как бы, типа, очень сильно облажались, как бы, ну, все эти компании очень сильно пострадали финансово. И я думаю, наверное, меня наебать пытаются, потому что я же русский человек, да, новосибирский причем человек, я же знаю, что, как бы, скорее всего, если я не наблюдал, как там мне машину ремонтировали, наверное, мне колеса сняли, там поменяли, поставили стрёмные, чтобы заставить меня увидеть, что замеры плохие, и, типа, купить новые колеса. И я, в общем, написал там гневное письмо, короче, типа, чуваки, вы охуели, как бы, вы, типа, ну, я пойду, короче, там, в милицию, там, в суд на вас подам. Ну, короче, написал им специально по жести, то есть я не особо грузился, просто по жести всегда пишешь, чтобы раскачать этих людей. Потому что здесь в UK, если, как бы, ты с человеком мило общаешься, он тебе мило будет затирать дичь в лицо. Если ты ему говоришь, как бы, чувак, я на тебя в суд подаю, ну, он начинает с тобой какой-то диалог хотя бы вести. Ну вот, я в итоге сегодня приехал в салон.
И в салоне мне говорят: братан, ну короче, вот твои ридинги, которые ты получил, когда тачку забирал, когда ты ее купил год назад, вот смотри, какие они. Видишь, типа, у тебя 5 миллиметров была толщина протектора спереди и типа 4 сзади. А вот смотри, какие новые колеса показывают мне, а там толщина протектора типа в 3 раза больше, как бы. И говорят: ну видишь, как бы это доказывает, что на самом деле у тебя не были новые колеса. И я у них спрашиваю: а нахуя мне тогда, как бы, ну, менеджер вас напиздел? И этот чувак, он прям реально чуть не расплакался. То есть я так понимаю, что там постоянно так делают менеджеры. И он просто говорит мне такой: ты понимаешь что-нибудь в продажах? Я такой, ну, поржал, говорю, ну, немножко понимаю, как бы, да, там, по жизни вот заниматься приходилось. И он такой: ну вот я не знаю, что, говорит, с ними делать. Вот эти уроды, короче, ну, естественно, мы проводим тренинги, естественно, мы их обучаем так не делать. Но они постоянно людям, короче, говорят, вот, что там чуть ли не эта машина не сосачим будет автоматически делать. И в итоге люди расстраиваются, как я, и в итоге люди думают: а зачем я переплачиваю? И я тоже так подумал. На самом деле, в каком-то смысле, этот бизнес потерял меня как клиента. А те вещи, которые я должен был там делать в этом официальном салоне, они самые маржинальные. Они зато зарабатывают за там 2 года моей, ну, взаимодействия с ними намного больше, чем с продажи автомобиля. А потом, когда я за новой тачкой к ним бы пришел, еще бы они больше заработали, еще бы больше зарабатывали на всех этих расходниках, там, прицепив меня еще на дольше вперед. А тут они меня потеряли, потому что у тебя возникает вопрос: а нахуя я хожу к офишалам? Я же пошел к офишалам зачем? Чтобы мне не надо было об этом думать. Чтобы я, короче, такой бам, пришел, заплатил бабки, как бы, да, и все, я получил прям гарантированно, полностью, все, что мне нужно. А, типа, без головника, я плачу, короче, за отсутствие головника, за скорость, за вот этот сервис, да. А его там, получается, нет, то есть, в принципе, получается, что там, ну, и там я столкнулся с проблемой. Я пойду вон к итальянцам, короче, там столкнусь с какими-то проблемами, да, ну, блядь, дешевле буду платить. Пойду к китайцам, короче, ну, там, наверное, мне вообще тачку сожгут, нахуй, ладно, туда не пойду. Но пойду, я не знаю, к другим каким-нибудь чурбанам. И там, ну, получу, как бы, дешевле, короче, и те же самые головники, зачем мне ходить к официалам? Все. И, как бы, если посмотреть на отзывы и таксистами, если поговорить, я всегда говорю с таксистами, короче, про тачки вообще обожаю затирать. Все таксисты, которые на BMW ездят, они говорят: не ходи к официалам, я ненавижу, говорят, официалов, они наебывают, они, короче, постоянно тебе дичь затирают, а потом выясняешь, что все по-другому, или там какие-то звездочки маленькие были, ничего не работает. Так и есть. И у них на Гугле, на Google картах, у них оценка типа 3 там из 5 у самого лучшего салона, а у среднего типа 2.1, там 1.9 из 5. Представляете, насколько это плохо? То есть большая часть клиентов ненавидит эту хуйню. Типа, вот, и, ну, как бы, мы с этим тоже, как бы, сталкиваемся, но у меня, например, есть четкое правило. Во-первых, как селсбомба, я никогда не обещаю лишнего. То есть, типа, если я вижу, например, что клиент такой спорный весьма, я говорю: чувак, мы, как бы, проверяем гипотезы, мы вообще ничего не обещаем. Более того, даже большая вероятность, больше 50%, что нихера не получится. Я это говорю честно. И это управляет ожиданиями. Но только вот фишка в том, что клиенты, как бы, они, во-первых, ценят честность. Да, им неприятно это слышать. Очень странно нанимать какого-то человека, который, короче, уже заранее говорит тебе, что, возможно, не получится. Но этот человек звучит очень профессионально, глубоко, он на пальцах все объясняет, почему именно, как бы, он такой вердикт дал. И самое главное, а какие есть варианты? То есть, как бы, вот они, по-моему, и ты, как бы, с этим согласен. Куда ты пойдешь? То есть, как бы, ну, они идут к нам. И фишка в том, что самое смешное, что, как бы, здесь честность и искренность, она, как бы, в итоге не роняет конверсию. Ну, немножко, наверное, роняет. Вот у бедных людей, которые прям совсем последние деньги выкладывают, они надеются на волшебство. А такие бывают клиенты, как бы, они приходят там, типа, вот у них есть, они говорят там, допустим, у нас небольшой бюджет, 1050 баксов, а на самом деле у них 5. И, как бы, если ты им объясняешь, что эти 5 баксов с большой вероятностью просто проебутся, как бы, да, потому что, скорее всего, первые 2 гипотезы не стрельнут, то надо будет продолжать там, ну, типа, честно. Ну, они, типа, отваливаются. Но я рад, что они отваливаются. Нахуй нужно вообще, в принципе, человеку, который еще не научился поднимать бабки, их тратить. Сначала научись поднимать бабки, как бы, потом трать, как бы, это IT-бизнес, ёпта, венчур, как бы, что ты хочешь, ёпта. Понимаете, да? Я супер быстро, короче, чуваки, прогляну вот самые бодрые комменты, самые топовые, которые уже написали. Кстати, продолжайте писать, еще просьба, новые чуваки подошли, продолжайте писать комменты, чтобы меня развлекать, потому что я тоже, как бы, ну, не железный, мне надо смотреть, типа, ну, что живые люди что-то там пишут, как бы, это приятно, и я потом буду на них отвечать дальше, когда контент закончу. Все норм по звуку, нормально ты попадаешь в бит, все отлично, звук, сейчас 28 человек, все окей, спасибо. Да, я сразу перейду к контенту, вот, контент.
Мы сегодня, короче, разговариваем про выход на новые рынки и про тексты. Ой, тексты, блядь, про контакты. Как искать людей на рынках. Зачем вообще компании выходят на международные рынки? Понимаешь, жителям Нигерии и СНГ довольно смешно вообще, в принципе, слышать этот вопрос и разговаривать об этой проблематике, потому что, я не хочу никого обидеть, патриоты, я с вами тоже, наверное, но, объективно у нас достаточно странное государство, у нас достаточно странноватые, скажем так, перспективы, то есть сегодня ты работаешь, завтра тебя закрыли, сегодня ты платишь просто налоги, завтра, короче, к тебе пришли за мздой, сегодня твои клиенты богатые, завтра их вообще не существует, или они обеднели в 20 раз, короче, очень серьезные какие-то флуктуации, плюс размеры богатства рынка ограничены, если, например, у тебя какая-то премиум-услуга для каких-то реально топовых компаний, их не так уж много, ты понимаешь, что ты их окучил, или окучишь в ближайшее время, у тебя уже есть капитал идти дальше, почему бы не выходить? Это могут быть амбиции. Часто я слышу такую фигню, что на самом деле чувак приходит, а он вообще не говорит про бабки. Я не знаю там почему, то есть разные причины. Может, он богатый изначально, может, у него предки какие-то. То есть у нас довольно много предпринимателей на русском рынке, у которых у родителей бизнес настолько богатый, что они могут спокойно снова и снова палить бабки в какие-то стартапы, и даже когда им вообще еще пока рано выходить или вообще не надо выходить, они все равно выходят, потому что они хотят вот эту наполеоновскую свою черту удовлетворить. Я пацан, я продаю в Штатах, да, девчонкам надо что-то рассказывать, иногда это просто суперсильный продукт с классными перспективами, и становится понятно, что есть некое первенство, но это первенство будет утрачено через некоторое время. Это так называемый, технологический пока что перевес, да, в пользу вот конкретного стартапа с конкретным продуктом. В этом случае необходимо ринуться в рынок, потому что этот продукт может появиться где угодно, он может появиться в Штатах, может появиться в России, может появиться в Индии, может появиться, в Антарктиде, в теории. Но он сегодня появился тут, а послезавтра он появится там рынок больше инвесторов, лучше инвест-климат в принципе, лучше, например, дистрибуторы работают, их больше по количеству. Если ты туда не пойдешь, то неважно, скопирована эта идея у тебя или она вообще родилась, тебя форкнут, и ты туда больше никогда не упадешь. Скорее всего, они тебя обгонят, если это Штаты какие-нибудь, и ты будешь сосать пиписку. Примеров много, самые классные примеры, это самые большие компании России, Яндекс тот же, у которого явно есть международные амбиции, который явно, пытался выйти за границу, но поздновато, когда я работал в Яндексе, я помню, там постоянно на 7-м этаже, где отдел бизнес-девелопмента сидел, и я, в общем-то, да, тоже, как их тогдашний покорный слуга. Я постоянно такое слушал, где у Гугла, какая сейчас рыночная доля? Насколько рыночная доля Гугла выросла в СНГ или в каких-то странах СНГ? Ой, а рыночная доля Гугла уже 99% практически в каждой стране Европы. Я постоянно слушал это говно, и становилось понятно, что по большому счету Яндексу-то надо было не становиться 7-миллиардной компанией в России, а надо было, когда... поиском пользовалось еще мало людей в самом начале пути, да, в самом начале IT, надо было сразу каким-то образом, ринуться за границу, и вот тогда можно было какую-то дольку там поиметь. Но это было упущено, и Яндекс в итоге всегда в Европе сражался с Гуглом с позиции, у Гугла все, у меня нихуя. С такой позиции довольно сложно побеждать, это как бороться одному против ста, Вот, и... Вот это причины, там еще есть причины, вы сами их знаете, напишите в комментах, какие вы знаете причины, и репостните мой стрим охуенный, чтобы ваши друзья тоже подсказали, что там еще есть за причины, давайте в этом разберемся. Мне приходится очень часто вести диалог о рынках с клиентами, почему? Потому что никто к нам не обращается за тем, чтобы мы продавали на русском рынке, нет, вернее обращаются, но редко, как правило, это какие-то очень богатые компании, которые преследуют цель продаваться корпорациям, то есть у них, они могут запросто позволить себе нанять пару бизнес-девелоперов, на какую-то даже проверку гипотез, за 20 тысяч евро, просто потому, что у них одна интеграция с одним клиентом, X5, окупит это все, в 10 раз, в 10 раз, причем на маленьком таймлайне. Если этот клиент останется надолго, 100 раз, или до хуляр раз. И, в основном, естественно, к нам приходят за выходом на Запад.
Потому что когда компания в России развивалась, ей сложно выходить на Запад, потому что у нее там может не быть нетворка. Эти люди, которые в России делали бизнес, они могут даже на английском не говорить. Это очень популярная проблема. Либо же они обжигаются об то, что оказывается на Западе дороговато. Типа в Штатах, например, там нормально, если тебе сейлс скажет, что он хочет 250 тысяч баксов в год, плюс там опцион там с нехилым вестингом, плюс, короче, там, чтобы его страховка еще и зубы покрывала, в Штатах это ебануться можно, сколько стоит, там, понятно, всем нужны там печеньки, короче, там, супер бизнес-тревел, да, чтобы больше 4 часов, если летишь, чтобы это было бизнес-классом, ну и так далее, то есть очень много хотелок, как бы это дорого, и они начинают изыскивать способы подешевле. Поскольку мы очень компромиссное решение, мы дешевле обходимся людям по выработке, которую мы даем за определенные бабки, типа, чем среднестатистический наемник, европеец, типа, ну, с возрастом и с опытом, то они как бы приходят к нам, и вот начинается вот этот разговор, типа, чуваки, мы хотим как бы выходить, допустим, там, в Европу, или мы хотим выходить, типа, в Штаты. Самые популярные, как бы, запросы — это UK и Штаты, дальше по популярности идет Европа, дальше по популярности идут какие-то такие менее экзотические страны с более похожей на российскую экономикой, типа Бразилия, короче, типа, там, Индонезия, короче, ну, вот, ну, такое, как бы. И, ну, за экзотикой вообще никто не обращается, за Китаем почти никто не обращается. Мне, кстати, интересно, почему. У нас есть достаточно большое количество связей в Китае, есть живые солзы, которые там в Alibaba работали или работают в Tencent. Я все жду, когда мне их получится использовать, но почему-то никто не хочет Китай, короче. Я пытался несколько раз людей сподвигнуть, но они такие, ну, блядь, в Китае все как бы проебываются всегда. Так и есть, но я надеюсь, что кто-нибудь к нам обратится. Ну вот, и, короче, какие поползновения я слышу, когда мы начинаем обсуждать эти рынки? То есть, да, я всегда говорю, конечно, мы можем вывести вас на новые рынки. Нам говорят, ну хорошо, нам надо сперва обсудить внутри бюджет, который мы выделим на открытие международных офисов. Для этого нам надо прогноз прибыли хотя бы примерный, как нам его получить. Ну, не знаю, я спрашиваю обычно, wait, то есть, что вы хотите, чтобы я вам сейчас сказал, сколько денег вы заработаете в следующем году, если со своим продуктом сегодня пойдете, например, в Польшу? Ну, как-то странно звучит. То есть, что это за вопрос? А кто, ну, откуда вы знаете? А если вам, например, вот, допустим, мы решим, что, короче, в Польше у нас будут вот такие метрики, а они будут другие. Вы готовы объебаться так? Ну, то есть, как бы, если вы собираетесь бюджет на выход на рынок прямо обсуждать, вы же, наверное, там собираетесь, ну, что такое бюджет, да? Ну, вряд ли кто-то обсуждает бюджет на найм, там, одного человека. Это, ну, это слово, конечно, можно использовать как бюджет, но только если ты прям очень низенько летаешь. Наверное, бюджет — это что-то побольшее, да? Там, типа, может, это организация саппорта, там, типа, офис какой-нибудь снять, еще каких-то там людей нанять. Ну, что-то такое. Наверное, можно да, про бюджет какой-то говорить, да? Может, масштабную какую-то команду, там, больше, там, чем 3 человека. Типа, тогда да, бюджет, но на основании... Ну, как ты можешь этот бюджет основывать на ROI, блядь, которого ты даже примерно не знаешь? Вот это очень популярный вопрос. Вот вы мне можете ответить, как это, блядь, сделать? Как бы, ну, я не образованный человек, может, как бы, просто мне образования не хватает. Ну, просто реально. Мы можем с продуктом пойти, короче, в Польшу, например. А там вообще никто не отвечает. И я дальше скажу, почему. А можем пойти, например, с этим же продуктом, например, блядь, в UK, а там классно продается. И, ну, как бы, и что мы должны... Ну, а как это заранее-то предсказать? То есть ты сначала, блядь, идешь, пробуешь, продаешь, потом ты получаешь результат, ты понимаешь, где что получается, почему получается, да? Короче, второй зашквар странный. Давайте вы наймете нам представителя, который нам запустит рынок. Ну, тоже, блядь, вот я... Мне просто интересно, я всегда спрашиваю, короче, а кто эти мифические вообще люди, на которых вы всегда вот так вот надеетесь, короче? Тут, вот вы сделали свой бизнес в России, допустим, или там, где бы вы ни были. Сделали бизнес, это было сложно, вы там ебали мозги, нанимали себе там, ну, вернее, сначала партнеров каких подгребали, потом каких-то базовых людей нанимали, что-то ошибались, там вот это все делали. И это все было долго, сложно, короче, да, то есть как бы вы горели, тем не менее, этой темой, плюс вы не хотели голодать, скорее всего, человека движет не только горение, блядь, идеи, а еще его движет как бы экономическая предпосылка. То есть, ну и плюс внутренняя предпосылка, то есть он не готов работать по найму, он видит, что он может больше, он видит, что он может как бы не 5000 баксов чистыми себе зарабатывать, а, например, 105, как бы он чувствует себе цену, он начинает к этой цели идти. И вот так вот появляется этот бизнесмен. А тут предлагается что? Предлагается найти какого-то чувака, который, короче, сидит, например, вот мы говорим, о, допустим, о российской компании. Чувак сидит, например, в Венесуэле или в Бразилии.
или в, типа, Голландии. Почему, блядь, он внезапно должен, во-первых, быть таким талантливым, чтобы, короче, взять и вам, типа, рынок запустить? То есть, как бы, это первый вопрос. Второй вопрос, который меня еще больше волнует. А, типа, если он такой, ну, типа, что он может так сделать, просто взять и сделать, да, еще и за минимум бюджета, желательно, как бы, еще и постпеем, это вообще меня прикалывает. Если вот такой человек есть, то нахуй вы ему нужны? Чё ему мешает просто взять и бизнес свой делать? Или вот есть еще геополитические же проблемы. Вот мы русские люди, да, русский паспорт. Я не знаю, как бы, то есть кого-то может быть... Я не считаю, что нас притесняют, но я не считаю, что нас носят на руках. Я не считаю, что кто-то, короче, с утра просыпается и такой думает, вот бы, блядь, с русским чуваком поработать, как бы. Это же круто, там же Путин, там же, блядь, ядерная кнопка. Думаете, так это, что ли, устроено? То есть, как бы, мы говорим про голландца. Голландцы — это вообще, мягко говоря, другие люди. Они очень сильно отличаются от нас, ну, от славян вообще по менталитету. Да этот чувак, к нему, короче, долбятся какие-то русские чуваки, неважно, насколько они разговорчивые. И они ему, как бы, навяливают. Типа, чувак, давай ты бросишь все, что бы ты там ни делал. И, короче, будешь для нас, хуй пойми кого, ноунейм, короче, да, который еще и не очень хорошо рынок изучил. Будешь сейчас нам тут, ну, вот, вот это словосочетание дальше, открывать рынок для нас. А нахуя ему это? Ну, просто реально. Если бы я на его месте как бы был, я бы первое о чем подумал, короче, окей, блин, а хочу ли я открывать рынок? Блин, да, что-то хочу открывать рынок. Пойду-ка я тогда пройдусь по каким-нибудь бодрым компаниям из Штатов, из UK, из Голландии. Кстати, очень много в Голландии всего интересного происходит. И там постучусь, короче, схожу Founders for Founders, скажу, короче, там, не знаю, ну там, по нетворку. Наверняка он уже кого-то знает, если с ним вообще есть смысл разговаривать. Наверное, это как бы не последний человек, да, на рынке. И как бы, и все, и он как бы там приткнет себя. Зачем вы ему, супер высокорисковый, непонятно перспективный, попахивающий, блядь, совком актив? Вот зачем вы ему нужны? И... мне здесь возражают иногда, и сейчас наверняка многие такие, ну не многие, может несколько человек такие прям пукан взорвался, короче, почему? Потому что, да нет, вот Петя, мой кореш, ездил, короче, в Германию, там нашел местного чувака, и, короче, они все вместе срастили. Ну, здесь надо в истории копаться, потому что когда я с такими историями сталкивался, мне всегда было до боли интересно, как это происходило, там потом в истории начинаешь ковыряться, и выясняется, что все-таки все не так просто. Все-таки были какие-то связующие звенья, все-таки были какие-то, короче, выходы на этого человека, что-то их связывало. Была какая-то, было какое-то понимание, где он сидит, почему и почему конкретно он будет этим заниматься. Были какие-то интересы, он сам, возможно, такой бизнес делал, короче, до этого. Но фишка в том, что эти связи, которые в итоге пролились в то, что у них получилось это партнерство, это не такая история, что с улицы взял. Это как бы совершенно иная история, то есть как бы вероятность такой связи случайной, она очень маленькая. Это как бы, ну, ты либо это имеешь, либо нет, ты либо умеешь петь, либо нет, как бы, да? Ну, в смысле, связка у тебя есть. И здесь то же самое. Я вижу огромное количество предпринимателей, которые пробуют такой подход, потому что они это услышали от своего кореша, у которого был какой-то вот такой кореш, который ему легко все сделал. Но они нанимают людей, увольняют людей, нанимают людей, увольняют людей. У нас таких клиентов половина. Почему они к нам в итоге приходят? Потому что у них, блядь, даже так не получается. То есть, как правило, они проходят сначала через несколько итераций, они нанимают одного, блядь, каунтри-менеджера, второго каунтри-менеджера, потом каунтри-менеджера из другой страны, который за это будет отвечать, чтобы понять, может быть, как бы там с менталитетом что-то не так. Потом они ставят своего кантри-менеджера. То есть, как бы, они вот это вот все перебирают, как бы, и у них нихера не получается. И потому что это так, блядь, не делается. То есть, фишка в том, что в любом случае, если мы говорим о, ну, типа, о том, чтобы с тамошними какими-то людьми сотрудничать, это уже некий не план А, не первый шаг, а это уже, типа, третий или, там, пятый шаг. Это когда мы уже имеем точную проверенную гипотезу, мы охуенно прощупали рынок, мы, короче, имеем там домен как бы в конкретных вертикалях, как они именно по юзкейсам применяют нашу технологию или услугу или сервис. У нас есть доказуха, что, короче, мы способны это сделать именно для них. Например, история там предыдущих продаж, история каких-то других открыток. Вот в этом случае мы уже понимаем экономику, потому что мы уже скопали рынок удаленно. Мы туда, блядь, едем, и там как бы мы сажаем кого-то, возможно, кого-то из кофаундеров, ну, в идеале-то, да? Он там сидит, блядь, начинает вокруг себя создавать людей, обучать их, короче, вот это все начинает расти. Ну, как-то так, наверное, происходит это. Но это не первый шаг, ёпта, это не так, что, короче, вот, ну, просто мне интересно, что эти люди пытаются поймать, они, ну, не только, у всех такие запросы, не только у меня, я знаю, много пацанов, которые занимаются подобными вещами, как я, у многих такие запросы. Приходит чел, просто даже не созванивается, он прям пишет об этом, блядь, тебе, ну, типа, текст.
левый чел, вообще непонятно, кто это. И говорит тебе: короче, мы хотим выйти на такой-то рынок, найди нам там, блядь, человека, который будет за это отвечать. Да хуй знает, я вообще такую ответственность перед Богом, блядь, брать не хочу, потому что, ну, типа, вероятность успеха такая маленькая, что я даже не знаю, как можно на это ставить. Я, блядь, в рулетку лучше сыграю, чем вот в эту хуйню. А, типа, а, так, а, дальше, дальше, дальше поехали. Чё дальше? Чё я дальше хочу сказать? А, еще экономические проблемы. Вот, я должен еще сказать такую штуку. Еще торг, когда начинается, вот самая популярная тема, находят типа такого а-ля кантри-менеджера, но не хотят платить. То есть, короче, в Голландии люди немало получают, особенно как бы образованные, особенно уровня там типа pre-entrepreneur или entrepreneur. И русский человек такой думает: ну, бля, у нас Ваньки там что, за 5 тысяч баксов работают, короче, ну, как бы, ну, дам тому чуваку 7 просто чисто с барского плеча. А тот чувак, блядь, не хочет столько, он хочет больше. У него как бы там свои обязательства, кредиты там, типа, не знаю, дом там хуём. Ну, короче, у него какие-то косты, как бы, которые явно не влазят в эти деньги, которые хочет русский чувак дать. Что делает русский чувак? Русский чувак ищет того, у кого влазят косты. А если у него влазят косты, то это означает, что он там не способен зарабатывать больше. Ну, вывод вы сами, наверное, можете сделать, как бы. А, типа, ну, он лох просто. Ну, типа, вряд ли он что-то раскачивать умеет, как бы. А, чё дальше? А, типа, дальше моя любимая тема. Конкуренты. А, чуваки говорят, мы, короче, я спрашиваю, почему вы хотите, например, в Польшу? Они говорят: ну, в Польшу мы хотим, потому что на этом рынке у нас вообще нет конкурентов. Я не знаю, там, будет ли смотреть чувак, о котором я говорю или нет, но, типа, чувак, как бы, я не могу с тобой лично, да, вот, в такой экспрессии. Да, я могу, конечно, но, ну, вдруг ты обидишься, короче, я не знаю, хуй тебя, блядь, знает. А так я могу, короче, поговорить о тебе, ну, типа, абстрактно. Вот. Ну, просто недавний разговор, я вспомнил, таких много было. Приходит чувак и говорит: а у них типа SaaS, охуенный SaaS на самом деле, супер клевый поисковый движок для e-commerce, который реально помогает. То есть там поисковый движок, я не знаю, кто в курсе или нет, это очень сложная технология. Там очень много есть субпродуктов, там очень много есть типа высокоточных вычислений, которые могут помочь как бы повысить конверсию там из поискового запроса в типа просмотр страничек, в кастомера в конце. То есть там очень сложная система, как бы, которая одновременно влияет и на продажи, и на ретеншн, и, блядь, на UX, и на количество открытых карточек в e-commerce и так далее, на все, блядь, на свете. И вот эти чуваки, абсолютный SaaS, который может продаваться где угодно, приходят, короче, и говорят: чувак, мы хотим в Польшу, потому что у нас там нет конкурентов. Ну, вообще, как бы, вот меня инвестора, то есть это не моя идея, когда вот с инвесторами я начал тусоваться, с ангелами, там, с какими-то фондами, ну, как тусоваться, не то, что я там с ними постоянно тусуюсь, да, как бы, но, типа, регулярно тусуюсь, ну, там, знаком с кем-то там бухал, там, с кем-то гулял, короче, там, иногда проекты какие-то пичу, да, для кого-то или для себя, у меня тоже бывает проект. И типа, ну, так или иначе, я нахватался от них, что, короче, когда звучит словосочетание, типа, нет конкурентов, это вообще, ну, своеобразное такое стоп-словосочетание. Типа, плохо считается, чуваки. Потому что, как бы, конкурентов может не быть. Почему? Может быть, это там нахуй никому не надо, например? Вы знаете, свято место пусто не бывает, да? Эта пословица, она как бы вот из тех, которые реально работают. То есть, надеяться на то, что ты такой дохуя умный, как бы, довольно сложно. Я на днях придумал концепт, очередной концепт, который мне пипец понравился, я там танцевал и все такое, и продолжаю танцевать, это классный концепт. Типа, но я начал гуглить, и я нашел два продукта, в которых один в один попиксельно придумано уже то, что я придумал, и я уверен, что они друг о друге могут даже не знать, они просто это придумали, ну, рандомно, да? Так происходит у всех. То есть, как бы, ну, должен появиться какой-то чувак, который, короче, поймет: ага, блядь, есть e-commerce, у e-commerce есть поиск, у поиска есть поисковая оптимизация, у поисковой оптимизации есть метрики, давайте их улучшим. Но это же, блядь, очевидно. Это же не какой-то там, я не знаю, нейросети, когда их еще не было придумать. Да, это можно уникально сделать. Но что говорить про поиск на e-commerce? Ну, я умоляю, что, реально кто-то считает, блядь, что поиск, ну, поисковый движок для e-commerce, это, типа, что-то, что, блядь, кто-то не придумал? Да все, блядь, знают, что это можно сделать, короче, на любом рынке, там есть люди, то есть, типа, если в Польше эти продукты не покупаются, ну, по какой-то причине, да, там, типа, никто не знает о них, ты общаешься с e-commerce, они такие на тебя глазами хлопают, нет конкурентов, ну, блядь, так, наверное, кто-то пытался уже туда выйти, потому что этим движкам уже, типа, год, там, не первый, не пятый, там, 10 лет, там,
Ну просто как бы поняли, что там люди готовы платить 300 баксов. И на самом деле так и есть. У меня довольно много знакомых, которые поехали в Польшу открывать, блядь, бизнес. Собрали там отдел продаж, собрали там типа отдел маркетинга, собрали там всю хуйню. Косты же маленькие, классно, блядь. То, что стоит, короче, в Москве самое дешевое, в Польше покупаешь самое дорогое, потому что другая экономика. Но потом я с ними общаюсь через 2 года, и они говорят, блядь, мы хотим выходить на рынок, там, типа, ну, хотя бы UK, там, вот, срочно, короче, Польшу, ну, типа, не хотим развивать. Почему? Да потому что денег нет. Они обошли там весь крупняк, они как бы поняли, что этого крупняка меньше, чем в России в 100 раз, даже в количественном, ну, эквиваленте, я уж молчу про количество бабла в кармане. И они поняли, что, короче, типа, блядь, мы не туда поехали, как бы, ну, да, мы потратили время, но, как бы, теперь нам надо двигаться куда-то дальше. А можно было этого не делать, а, блядь, сначала подумать о том, о чем я дальше буду говорить. А, вот еще, про спрос. То есть я сказал, что как бы может спроса нет, как бы, да, что типа, ну, если нет. Короче, нет предложения, нет спроса. А если есть конкуренты, что это дает? Конкуренты спрос создают на рынке. То есть, грубо говоря, вот вы одни появились, да, вы, например, придумали принципиально новую систему там манипуляции с трафиком, принципиально новую систему аналитики для партнерок. И вот вы ходите по рынку, и партнерки о вас слышат, короче. И ваши конкуренты ходят по рынку, партнеры слышат. То есть на самом деле, как бы одну и ту же технологию продает сразу много компаний, и это вайб создает. Спрос где появляется? Там, где кто-то разговаривает об этом, там, где, короче, постоянно ознакомливаются с этими презентациями. То есть там презентация тех чуваков не понравилась, а ваша презентация понравилась. Причем, возможно, не потому, что ваша презентация лучше, чем у тех чуваков, а потому что, возможно, вы в более правильный момент пришли. Например, чувак съездил на какую-то конференцию, он там увидел, что, оказывается, надо использовать такие аналитические тулзы. Но он уже забыл про ту, или, например, по какой-то причине там, ну, мало ли что может произойти, там он написал, а там ему не ответили. А тут вы пришли, и он уже с новыми знаниями берет и покупает. Короче, фишка в том, что, типа, чем больше конкурентов, тем кумулятивно лучше раскачивается рынок. Типа, рекламы сейчас вообще никого не убедишь. Тебя не убедит, что тебе позвонят и предложат тебе рекламу купить, потому что все знают, что такое реклама. Но реклама — это такой, типа, товар в абсолюте. Это туалетная бумага для бизнеса. Это то, что любой дурак знает. Но ведь был же какой-то момент, когда-то в прошлом, наверное, когда, типа, онлайн-реклама не была такой популярной, потому что, блядь, не знал никто о ней. И вот вопрос, что было лучше, чтобы 10 компаний раскачивали рынок, конкурировали друг с другом, за счет этого разогревали его, да, разогревали интерес? Или чтобы одна компания бегала и искала инвестиции по всему рынку, чтобы набрать такую сумму, чтобы всем о себе показать? Да, блядь, ни у кого не хватит денег просто взять и всех даже импрессионами окучить. Я уж молчу про клики. Вот. Ну, я надеюсь, что вы врубаетесь. Напишите, короче, ну, там, в комментах, насколько это складно звучит. Я сегодня маленько по-другому рассказываю, чем в прошлый раз. Ну, типа, я пробую разные модели повествования. Вот. И репостните, ёпты. Ну, типа, плиз. Не впадлу, как бы, да, по-пацански поступите, как бы репостните. В прошлый раз, я отвечаю, я так был вам благодарен, вы репостнули 31 раз, и за счет этого больше людей посмотрело стрим, чем даже стримы на моей страничке персональной. А это было маловероятно, потому что первый раз в жизни на страничке с всего 100 фолловерами запустил стрим, а посмотрело больше. А знаете почему? Потому что вы репостнули и лайкнули. То есть, по сути, как бы, благодаря вам у меня, как бы, появилось много подписчиков. То есть, нет комплимента лучше, чем это, нет возможности, как бы, ну, типа, сделать мне что-то приятное больше, чем это. Блять, нажмите кнопку, ёпта. Ну, в смысле, плиз. Ну, короче, блять, нажмите кнопку, пацаны и девчонки. То есть фишка в том, что если ваш продукт абсолютно цифровой, вот я могу много таких продуктов перечислять, это всякие augmented reality движки, всякие SDK, ну понятно, это разработка, да, вот чем разработка, как бы, в России отличается от разработки в Германии, отличается от разработки в Штатах, ну язык-то один и тот же, она может отличаться там, ну, какими-то другими нюансами вам известными, там ценником, структурой работы, как бы там, ну, грубо говоря, деловым подходом, там, средним образованием, я не знаю, то есть, ну, люди понимают, чем один код отличается от другого, но тем не менее разработка-то одна и та же, так или иначе, код, блядь, надо писать. То же самое со всеми остальными айтишными, абсолютно оцифрованными продуктами. Они одинаковые. Я не понимаю вообще, хоть, блядь, убейте меня, зачем, когда у тебя такой цифровой продукт, фокусироваться, блядь, на конкретном рынке, какой смысл-то в этом? То есть у тебя, допустим, ну, вот я понимаю, фокус на вертикали. У тебя, допустим, продукт для e-commerce, и у тебя, например, продукт для, там, онлайн-банков, у тебя, например, продукт для KYC-провайдеров и так далее. Мы можем очень много вертикалей перечислить. Каждая вертикаль, за ней что стоит? За ней стоит десятки огромных компаний, сотни компаний средних,
тысячи компаний поменьше, десятки тысяч стартапов и всякого говна бедного. И в каждой стране. То есть, грубо говоря, я вот сказал KYC-провайдеры, да и, блядь, в Сингапуре 15 там штук больших только. Я вот, например, ну, там в Финляндии они есть, даже в страны Финляндии есть вот эта штука. Есть, короче, там, ну, понятно, в Германии, там целая куча этих стартапов и больших компаний, они уже и с Deutsche Bank заинтегрированы, и с Lufthansa, и там с кем угодно. Ну, короче, везде, да, вот в каждой вертикали, в каждой стране есть куча компаний. Что такое куча компаний? Куча компаний — это означает, что есть над чем работать в продажном плане. Международный язык — это английский язык. Очень сложно с этим спорить. Очень многие пытаются, но бесполезно, блядь. Вот ты хочешь, ты летишь на авиационный какой-нибудь форум. Вот я летал, да, от авиасейлс на авиационный форум. Но там же люди со всего мира были. И, блядь, Мальта Airlines. И там Зимбабве Airlines. И там, ну понятно, новозеландцы, короче, и канадцы, и там всякая хуйня, короче, ну все, да? Ну далеко не все они говорят нативно на английском. Ну русский, я не знаю, Аэрофлот, чё, по-вашему, с рождения, блядь, чистокровные англоговорящие арийцы, что ли? Нет, они русские, как бы. Но они говорят на английском. И все люди, которые принимают решения, которые летают по конференциям, да кто их нахуй будет отправить на конференции, если они говорят на английском, на международном? Зачем они там нужны-то, да? Вот, все нормальные контракты заключаются между большими компаниями, большие компании международные, как бы люди говорят на английском. Это что означает? Это означает, что вы можете в любой стране продавать на английском, так зачем тогда фокусироваться на рынке? Я, блядь, не понимаю, хоть убейте вы меня. Ну ладно, мне говорят, типа, чувак, ну как бы саппорт, как бы надо выстроить. Ну, может быть, когда-то потом тебе нужно будет такого качества саппорт выстроить, чтобы он был прям вообще, я не знаю, там, умел историю там декларировать человеку, развлекая его на его языке, прям в его таймзоне. Но вначале-то, ну, чувак, пока твой бизнес не зарабатывает там 15 хотя бы миллионов долларов оборотки, нахуя? Ну, посади ты выпускниц филологического факультета в Новосибирске, которые сейчас шапки вяжут, как бы, чтобы продать их на Авито или ВКонтакте в группе своей за 10 тысяч рублей. Ну чё ты, блядь, не понимаешь, что ли, что ты можешь их обучить вот так? Они знают английский лучше тебя уж точно, они филологи. Посади их на саппорт, как бы, ну, зашли к ним какого-то дорогого чувака, который будет там сидеть, будет кайфовать, короче, потому что он как лорд будет такой, типа, с зарплатой нормальной, да? Вот, и пусть он повелевает ими, вот тебе и саппорт, масштабируется за нехуй, зашел в общагу, смасштабировал себе саппорт. Вот так это делается, ёпта. Как бы эти люди будут работать круглосуточно, там ночью будут работать. У нас нет никаких законов, которые это запрещают, в отличие от некоторых стран, да? За переработки даже платить. Ну, я не знаю, короче, это просто высосано из пальца проблема. Я прям представляю себе, как люди к этому... Меня, видите, просто, да? То есть я как бы давно уже продаю онлайн, давно продаю worldwide. То есть я просто понимаю, насколько это все легко. Но я уверен, что вот компания, когда она стартап, она должна такая сплотиться, сесть, короче, за круглым столом. И все такие с каменными лицами такие: нам нужна стратегия выхода на международные рынки. Я понимаю эту идею, ну то есть как бы, ну, эта стратегия — это хуйня полная. То есть надо вот, когда, ну, инвесторам нужно MVP показать, им не надо, чтобы вы сделали продукт, который будет лучше Гугла, надо MVP. Но то же самое, блядь, с продажами на новом рынке. Ты делаешь MVP, у тебя там пара человек делают некоторое количество телодвижений определенного свойства, пара саппортеров саппортит эту хуйню, вот все, как бы, не знаю, можно первое время вообще фаундеры могут, то есть они не ленивые пидорасы, а в этом случае о каком масштабировании может идти речь, вообще нахуя они пошли за границу. Если фаундеры не ленивые пидорасы, ну сами на себя заверните клиентов, ну поговорите с ними, что вам не интересно продуктово там с ними пообщаться. Я этого не понимаю. Я понимаю, что заняты, я тоже занят, как бы, у меня несколько проектов, я разрываюсь, короче, вот, ну, типа, и работать надо, и все, ну, как бы, я все время работаю, ну и что теперь делать-то, ну, ну, как бы, ну, это же полезно, ну, я не знаю, вот, короче, я не вижу в этом никакой проблемы, но берешь, делаешь саппорт где угодно, получается, что, ну, короче, дальше, блядь, охуенные компании сидят на абсолютно внезапных рынках. Есть какая-то компания, которая хочет что-то продать, например, Splitmetrics. Splitmetrics сидят где? В Беларуси.
Типа, и чё, ну вот мне просто интересно, ну вот Splitmetrics, например, да, это абсолютно англоговорящая компания, хотя там работают белорусы, но они очень хорошо говорят на английском, они выглядят хорошо, у них красивый сайт, всё на американский манер, это просто для примера, таких компаний много, да, и в Беларуси, и в России есть, и там, блядь, в Киеве ещё больше, и... кто-то сидит в Штатах, ну, штатовские компании часто пишут Splitmetrics, что-то пытаются им продать, например. И сидит такой, и что они думаете? Такие, давайте покорим рынок Беларуси, что ли? То есть они такие собирают стратегическое совещание, такие думают, мы сейчас выйдем покорять рынок Беларуси. Вот так думаете, что ли, происходит? Ну, типа, кому нахуй вообще нужен рынок Беларуси? Какой вменяемый человек вообще его заметит? Как бы? На какие метрики надо посмотреть, чтобы захотеть идти на рынок Беларуси? Что там, средняя зарплата, потому что у них стоит $120? Ну, что-то не очень вкусно звучит. Может быть, потому что у них там 5 миллионов человек, ну, хуй знает, побольше видели, как бы, страны. То есть, по каким метрикам? Да не по каким, они просто смотрят не, блядь, на рынки. Они смотрят на вертикаль. Они видят, что Splitmetrics — это важный игрок. Это партнер, блядь, Apple, это партнер Google Play. Это партнер, короче, там, типа, еще какой-нибудь залупы. Это, типа, компания, которая котируется. Это компания, у которой есть еще подразделение Search HQ, которые вообще очень модные. Это чуваки, у которых контракты с Rovio, это контракты, блядь, с там другими какими-то важными игроками на игровом рынке. Да на самом деле, наверное, со всеми, как бы, плюс-минус там, ну, крупными, короче, они так или иначе работали и с Wargaming, безусловно, с всеми остальными. И, ну, и с PUBG, там, ну, короче, блядь, со всеми. Ну, компания просто топчик, да, по, ну, по сути, по АБ-тестированию, по ассортимизации. И поэтому к ним чешут, как бы, вот. И вы также должны делать. То есть, типа, не обсуждайте больше, какие рынки мы покоряем. Внезапно компания может находиться в Венесуэле. Или вот, например, в Казань. Казань, ну, типа, там есть классные стартапы. А знаете, сколько стартапов прикольных в Новосибирске? Вы знаете вот это приложение, которое, ну, смотришь карту звездного неба на телефоне? Это, блядь, компания из Новосибирска. Я когда узнал, я вообще охуел. Ну и возгордился тоже, я из Новосибирска, типа. Это очень известная компания, здесь ей пользуются. У меня чуваки здесь в UK, друзья, короче, такие: о, кстати, а ты пользуешься вот этим аппликейшеном? Я, блядь, говорю: ну да, это нас сделали. Они такие: о, прикольно, как бы, типа, ну, они в шоке, что, типа, где-то в Новосибирске не только там люди там от медведей убегают. У меня что-то заиграло в наушниках, причем отвратительно. Вы меня слышите? Мне показалось, что меня убили сейчас. Это было так странно. Да, ну ладно. Короче, поебать. Я надеюсь, что вы все еще видите меня, слышите. Ну, думаю, да, короче. Давайте я продолжу. Вот, потому что обычно, когда я пересматриваю стримаки, это так зашкварно, типа, смотреть, как я вот по полторы минуты пытаюсь, блядь, выяснить, короче, онлайн я или нет. Это просто отвратительно выглядит, продуктово. Я на самом деле, если честно, когда я посмотрел свои стримаки, я себя вообще возненавидел. Я не знаю, как вы это смотрите. Ну, потому что там столько вот этих каких-то запинок, я не знаю, уродских. Но с другой стороны, как бы, это ебаное рассуждение. Я также с вами бы пиво пил. Кстати, вот, да, реально. Тут же весь прикол в том, что я не какой-то оратор. Вообще, почему я начал так рассуждать? Я никогда не хотел быть каким-то, типа, техническим оратором. Я просто с вами пью винчик, как бы. Все, нормально, я себя успокоил. Ну, типа... подвисал, говорят. Лагает, говорит, пиздец. Я проверил, все нормально, я ничего сделать не могу. У меня интернет, типа, подрублен. Тот самый, который окулярд гигабит. Так. Сейчас опять какая-то хуйня произошла. Сейчас, секунду, я понял, как починить, я понял. Мне нужно отконнектиться. Да. Все, я починил. Раз. Да, я починил. Я красавчик. Все, сорян, братаны. И девчонки, и все, кто между ними находится. Я продолжаю. Короче, что дальше? Дальше мы говорим про... Про Splitmetrics мы поговорили. Да, торрент я вырубил, спасибо, бро. Думаете к ним
думаете, к ним заходят что-то продавать, когда решают какие Беларусь, это я поговорил. Ну, короче, под какой наркотой кому может прийти в голову выделить Беларусь в отдельный рынок, чтобы ее покорять, я тоже поговорил. Так, дальше, короче. Про саппорт. Саппорт должен быть локальный. Про это я тоже поговорил. Идете, блядь, в общагу и масштабируете свой саппорт вообще на любые рынки, короче. Типа, все у вас будет заебись. Самое главное, что все будет заебись этих девчонок. Я как бы в Новосибе очень много тусовался по ночным клубам. И очень много как-то так получалось, что, вот знаете, мне кажется, что я там то ли изобрел телепортацию, а потом просто забыл, как она работает, то ли, короче, я попадал в какие-то другие, иные, странные, противоречивые, непредвиденные обстоятельства. Но я как бы часто, как бы, в итоге в общагах каких-то оказывался после ночных клубов, синий, короче, не знаю, как это получалось. И там вот реально куча девчонок классных, симпатичных, добрых, ласковых, великих. Ну, блядь, бедных, пиздец. Они поэтому на общаге и живут, как бы. Ну, они там приезжают из Якутска там какого-нибудь. И они при этом талантливы. Они офигенно, как бы, типа, ну, учат язык там, знают много чего. Они, короче, классные. И, ну, и проблема в том, что у них нет работы, их нигде не берут. Знаете, HR этим говорят, короче, недостаточно опыта. Ну, там, типа, вообще, в принципе, вы знаете, что такое региональные компании? Как там люди общаются? У меня маму, короче, просто чтобы вы в курсе были, ну, она там работу искала, там, ну, как бы, ну, всех, кто происходит, вы знаете, да, что это такое? И просто ей, например, говорит шеф, которому там, типа, 30, блядь, лет, например, а ей, например, там, 50 с копейками. То есть не знаю, сколько ей, как бы, мам, если ты смотришь, сори, но вот я реально не могу выучить возраст твой, как бы, вообще не могу выучить ничей возраст, даже свой забываю иногда. И ей в итоге говорят, типа, ну ладно, как бы там, типа, давай ты будешь работать в подвале, короче, ну да, там температура 14 градусов, но ты как бы, ну, ты ходи в шубе просто на работу и в сапогах, короче, и, ну и работай, как бы, а чё, а тебе что-то не нравится? А чё ты, блядь, в своем возрасте какую-то другую работу сможешь найти? Слушай, вот ты сейчас что-то со мной, как бы, начинаешь торговаться, я, короче, больше не хочу тебе платить 22 тысячи рублей, блядь, буду тебе 18 платить просто потому, что выебываешься. Вот так вот Новосибирск в среднем выглядит, если вы не в курсе. И как бы вы не представляете себе, насколько легко там прийти туда с добрым лицом, намерениями, сердцем и немножечко большим количеством денег, чем вы, блядь, тратите в барах. И то, наверное, многие больше тратят, короче, у кого там IT-проекты нормальные. И вот вам саппорт, ёпта, там нормальный офис сделайте, короче. Все будут вам только благодарны. Надо пользоваться, как бы, такими возможностями, которые под ногами буквально валяются. И, короче, поднимите, вот знаете, вот еще, мне интересно, поднимите руку в комментах, вот напишите в комментах, кто пользуется сервисами и услугами, у которых нет поддержки на русском? Ну вот только на английском есть поддержка. Вы пользуетесь? Потому что мне часто еще такую тему навяливают, что типа саппорт должен быть на местном языке. Это типа важно. Кому это важно? Ну то есть как бы это важно, наверное, когда ты прям совсем уже высоко полетел. Но когда у тебя речь идет только о том, что ты должен минимальными деньгами на условно MVP или MVP выхода в рынок, ты должен как бы туда войти. Ну, чё, тебе обязательно, как бы, надо туда лям спалить, как бы, чтобы обосраться, возможно, с большой вероятностью. Фишка в том, что чем больше ты ставишь ставку на кон, тем сильнее ты обосрёшься. Кто-нибудь в покер играл? Попробуйте как-нибудь, типа, поиграть маленькими ставками и большими ставками. Удивительное дело, но там есть, как бы, определенная тенденция. Если ты, как бы, переходишь черту, ну, как бы, ты просто в итоге уходишь раньше, блядь, без денег из-за стола и уезжаешь домой, короче, обуханный, чем если ты, как бы, маленькими ставками играешь. То есть, как бы, все нормальные чуваки, которые, типа, ну, с фишами там играют и которые, как бы, именно в плюс, да, играют. Вот первое, что они мне всегда объясняли о покере, это то, что ты должен понимать, на каких ставках тебе сейчас, в какой конкретно аудитории психологически правильно играть, короче. Здесь то же самое. То есть, как бы, не надо палить бабки, как бы. Вот многие, я не знаю, вот Эндрю написал, да, типа, а вон даже Артур тоже написал, забиваю болт на русскую поддержку, пишу английской сразу. То же самое у меня, мне вообще плевать, на каком языке со мной поддержка общается. Вообще плевать, самое главное это инструмент. Понятно, что не все такие, то есть как бы мы не репрезентативны, любимая фраза Яндекса. Но тем не менее, английский большинство людей проглотят, особенно при условии, что вы, если еще и продаете на английском, вы же, ну, типа, в начале, когда MVP-шечку захода делаете, вы продаете на английском. Ну, наверное, вы продаете компаниям, которые готовы к саппорту на английском. Так нахуя вам-то локальный саппорт? Ну, я имею в виду локализованный саппорт. Типа,
Поднимите руку те, кто пользуется софтом, не зная, где он вообще находится. Получает от софта поддержку на английском. Я думаю, таких много людей будет. То есть реально, как бы вы получаете поддержку на английском, софт, допустим, сделали танзанийцы. Или софт сделали в Новой Зеландии. Ну, блядь, там на английском, ладно, разговаривают. Ну, софт сделали еще какие-нибудь чуваки, которые не говорят на английском, я не знаю. Чехи. Вот kiwi.com, Skypeaker в прошлом, но сейчас Kiwi, все знают, что это такое. Не Kiwi, которая скинь на Kiwi, ёпты. А Kiwi, которая я купил билеты на Kiwi, потому что они оказались дешевле в 20 раз, чем на Aviasales, потому что Aviasales, ну, типа... Ну, не справился с задачей, а Kiwi, типа, инновационные. И, Aviasales все равно охуенные чуваки. Вот, респект. Но, типа, Kiwi все равно тоже клевые, потому что я Оливера люблю. Ну, в общем, короче, блядь, они в Чехии сидят, но они будут вас саппортить на английском, если вы будете с ними говорить на английском. Вы можете не знать, что вы покупаете на kiwi.com, а они в Чехии, в маленьком городке Бруно. Не все клиенты знают, большинство людей вообще не знают. Большинству клиентов похуй. А это... В каком-то смысле, понимаете, это такая сексуальный комплекс. То есть я вот общаюсь с предпринимателями, я вижу, что эти люди комплексуют, они закомплексованы. Это примерно такого же грейда комплекс, как, типа, вот если брать совсем вот уличную тему, чувак в баре боится подойти к девушке, потому что ему кажется, что она о нём что-то плохое подумает. Хотя на самом деле все прекрасно понимают, что она пошла в бар с одной из нескольких целей, одна из которых может в теории быть как бы познакомиться с челиком. Следовательно, очень легко... понять, хочет она познакомиться с тобой или нет, ты, блядь, подойди и просто спроси. Если как бы нет, ты нахуй идешь, если да, короче, то ты с ней познакомился. Нет смысла об этом думать, понимаете? Это сексуальный комплекс, психологический. И у селзов такая тема есть. Селзы, например, некоторые. Если я буду писать длинное письмо, короче, ну кто же будет его читать? Сначала надо написать короткое, а потом длинное. Внимание, вопрос. Если как бы, ну, ты длинное письмо... напишешь, что ты там много чего расскажешь, ты будешь с большей вероятностью интересен, потому что там есть контент, то есть там есть чему нравиться, как бы. А короткое письмо, там меньше контента, меньше вероятность, что ты понравишься, потому что меньше деталей ты дал. Это... Блядь, ну, поскольку я понимаю продажи достаточно широко, конечно, с этим можно спорить в некоторых аспектах. Но чаще всего это так. То есть, короче, длинное письмо во многих случаях заходное выиграет у короткого, потому что по длинному письму не надо будет задавать супер тупые вопросы, раздражает сам факт необходимости задавать эти вопросы. И их может не быть времени, желания, мотивации задавать. А если они уже отвечены, здорово. Вот хотя бы поэтому длинное письмо начинает побеждать. Это сексуальная, как бы, тоже такая, ну, скованность, да, селза. Или сейлс боится, блядь, пинговать. Вот я, например, говорю всегда, пингуйте раз в два дня. В некоторых случаях пингуйте раз в день, блядь. В некоторых случаях, ну ладно, можешь раз в три дня пинговать. Но никогда не реже. Потому что если ты уже затеял этот разговор, то уж, пожалуйста, блядь, будь добр, добивайся этого разговора. Он тебе нужен, этот разговор. Иначе нахуя ты его затеял? А типа солзы такие, ну нет, я напишу туда через месяц. А нахуя ты туда будешь писать через месяц? Чтобы этот человек уже уволился к тому моменту? Чтобы он забыл про тебя? Чтобы он подумал, что тебе это нахуй не надо, пока его пингуют раз в два дня, он лучше с этими ребятами поработает, чем с тобой, который раз в месяц ему пишет, наверняка ленивый пидорас. То есть, как бы, человеку кажется, что он себя защищает, и он возвышается в глазах реципиента, а на самом деле он, наоборот, падает. И это, как бы, результат комплекса. Это негативное влияние эффектов от следования своим прихотям малодушия. Вот когда собирают совещание, стартап, они начинают думать, ну как же вот местные ребята, короче, они не оценят, если мы не наймем там бразильянок, которые будут на бразильском саппортить их на португальском. Ну, фишка в том, что вы слишком далеко думаете, чуваки. Они не будут так думать, все вообще не будут об этом думать. Люди думают только о том, что они увидели на вашем лендинге за 3 секунды. Если им это вкатило, они такие подумали, это решает мою бизнес-задачу. Все, они нахуй начали этим пользоваться. Дальше будет дальше. И дальше вряд ли будет такая риторика, если слово действительно полезный. Что саппорт, короче, из-за того, что он был на бразильском, конверсия вырастет. Да нихуя. На самом деле это вообще никак не повлияет. То есть некоторые просто пытаются дерьмовый софт вытащить якобы за счет того, что как бы типа мы там умеем на бразильском говорить, а другие не умеют. Да это вообще не аргумент. Реально, дерьмовый софт есть дерьмовый. Ты никак не вытянешь его тем, что ты просто плюс один язык знаешь. Язык недорого стоит. Как бы вот, например, у нас бывают клиенты, которые из всех, ну вот мы задаем вопрос, например, да, клиенту, а какие особенности у вас есть, которые делают вас сильнее, чем ваши конкуренты на этом рынке? И они говорят, ой, у нас саппорт самый качественный, охуенный, блядь, бизнесовый
ну, типа, плюс большое спасибо, как бы, это, конечно, поможет изменить положение ваше на рынке. Но это смешно просто. Репостик, лайк, улыбочка, тупо луф, вот. Подливайте себе что-нибудь, я не знаю, я вот винишко пью. На самом деле, очень хорошая винишко. Я не знаю откуда, но похоже на итальянское. По крайней мере, басиато звучит как итальянское. Или как по правилам, у меня одна девчонка, которая пиздец любит Италию, бачиато. Ну ладно, сорян. Что дальше? Короче, у меня есть вот тут чек-лист, да, я вам сейчас расскажу, короче, как правильно делать, вот просто, чтобы вы запомнили про рынки, ну, на мой взгляд, естественно, я не то, что преподаватель какой-то, вы можете делать, как хотите, как бы, это ваше дело, можете хоть об стенку разбиться с разбега, но вот нормально делать вот так. Вы, короче, выбираете сегменты, понимаете набор юзкейсов и их экономику. Сегменты это, мы идем в e-commerce потому-то и потому-то, мы идем на авиакомпании потому-то и потому-то, мы идем в автомотив потому-то и потому-то, мы идем к производителям, я не знаю, стекла и так далее. То есть, ну, с какими сегментами вы работаете? Дальше понять use cases. То есть, как конкретно наша тема используется их продуктом или сервисом или компанией и почему. Как бы, чтобы это звучало логично, круто, клево, да, вечно. Ну, то есть, очевидно, зачем нужна реклама на... типа контекстная реклама, короче, на поисковике нужна бизнесу. Если бизнес они не знают, контекст, ну, приходит, короче, чувак из там Гугла и объясняет, ну, типа, как устроен, как дети рождаются, откуда они берутся, как бы. И, ну, клиент понимает, начинает использовать, да, это, ну, use case, то есть описывается. Вот, и его экономика. Его экономика, ну, ее надо как бы тоже... заранее просчитать, чтобы был контент для переговоров. Потому что вот эта история, что, короче, давайте мы предложим, а потом, короче, мы поторгуемся с чуваками, не очень хорошо работает. Ну, просто потому, что умные люди, опять же, я не понимаю, то есть вот умный человек, который прям бизнесмен, который делает бизнес, вот он как бы, вы завладели его вниманием на некоторое время, скорее всего, непродолжительное. Он вас слушает, он с вами общается. Ему, допустим, стало все интересно, вроде все нормально, но какой вопрос он задаст? Сколько это стоит? Какая модель? Как мы будем шерить, там, если это рифшара? Ну, как бы, вот, и вы такие, нам теперь надо с командой, что ли, блядь, это обсудить? Ну, как бы, ну, что за бред? Ну, то есть, это просто, ну, окей, там, где была конверсия 30%, станет 3%, просто из-за этого. Ну, это просто непрофессионально, это глупо, это надо заранее понимать. Если не хватает доменной экспертизы, другой вопрос. Это означает, что наш выход на рынок вначале — это customer development. Это означает, что мы должны сначала как бы вот так вот потыкаться, и мы не ждем от солзов никаких там ROI плюсов, блядь. Ну, мы надеемся на них, потому что технически это может случиться, если у вас там совсем охуенный матч, да? Но как бы может и не быть, потому что мы пока что узнаем, что на рынке происходит, там, как там о цифрах люди разговаривают, на что они соглашаются, на что не соглашаются. Для этого надо сгенерировать определенное количество диалогов, на которых кто-то будет соглашаться с чем-то или что-то предлагать, или отказываться, или там... контраргументировать или предлагать примеры где по-другому и так далее. Вы таким образом образование получите. Вот. Короче, если экономика есть, если вы ее понимаете, если вы ее просчитали нормально, значит все нормально. То есть вы прям чешете, как бы, смотри, чувак. Ты нашу технологию интегрируешь. У тебя вот такой вот там будет рост, короче, пессимистично, среднеоптимистично. Мы за это хотим вот столько. То есть, как бы, ну, натяни это, если не хочешь делиться с нами данными на свои, там, отчеты и пойми, сколько ты с этого заработаешь, и поэтому принимай решение и торгуйся с нами. Либо, как бы, если мы уже знаем прям, как у него дела происходят, например, я в тревеле, да, я знаю, кто сколько кому платит, или могу это узнать легко. И, ну, типа, я, значит, могу в тревеле вообще легко разговаривать. Я могу заходить и говорить, ну сейчас вам вот столько обходится клик, или вот столько обходится конверсия, вот столько вы там за один сегмент вы платите, короче, а будете вот столько, например, или вот там у вас вот так вот конверсия вырастет, как бы, а и вы намного больше сегментов продадите, или там еще что-то. Ну, короче, я понимая рынок, понимая бизнес, понимая цифры, ты можешь как бы намного лучше разговор вести, и это надо заранее проделывать. Вообще, ну, либо мы считаем заход на рынок гипотезой, все. Ну, то есть это важно понять, то есть я поэтому несколько раз это проговариваю. Дальше. Все вот эти связки, чтобы реально выходить на рынок, а не играть в выход на рынок, не понимая, какие данные ты считываешь. Потому что научный метод, он работает как?
А, тут Стерхова недавно рассказывала у себя охуенно, мне так понравилось, очень просто, может у нее посмотреть на страничке, короче, вот, но я, ну, я тем не менее по-своему его расскажу, потому что я про научный метод именно, ну, нашей науки, а не в целом. Типа, ты не можешь замерить конверсию по двум кликам, это просто неадекватно. Ну, любой чувак, который трафиком занимается, со мной согласится. Поэтому, как бы, всегда есть тестовый бюджет от X до, там, скольки-то, да, чтобы, короче, данные, которые мы видим, были хоть сколько-нибудь релевантны. Ну, мы в рамках опыта мы понимаем, как мы будем оптимизировать конверсию. Бесполезно показать два импрессиона и думать, блядь, как бы, какая конверсия. Ну, понятно, да? И, типа, следовательно, если мы считаем, что, короче, мы выбрали сегмент e-commerce, мы выбрали вот такие два use case, потому что у нас были такие кейсы в прошлом, и мы как бы решили, что там будет вот такая экономика. Мы пускаем туда селзов, или одного селза, неважно. Этот селз должен скопать 100 компаний, по 3-5 человек в каждой компании. Пара человек это будут топ-менеджеры, в некоторых случаях, если эта компания до определенного размера, это будет CEO. Это может быть какой-то человек, который находится даже, ну, под топами, который, тем не менее, может технически принимать решения. Например, мы можем говорить об, ну, типа, менеджере по открутке рекламы. То есть это может быть не обязательно коммерческий директор компании, не обязательно директор по маркетингу, да, но, тем не менее, он реально распределяет, он реально решает, кого пускать. Значит, понимая это, мы туда идем. Или это может быть, например, чувак, который отвечает за серваки в компании. То есть, как бы, есть вот чуваки, которые прям вот именно, ну, типа, отвечают за серверную нагрузку. С ними можно говорить о серваках. Ну и какие-то другие типы, короче, всегда есть компании, в которых есть какой-то чувак, который на чем-то фокусируется. Если наш продукт про это, мы идем к нему тоже. Но не только к нему, обязательно еще и к двум топ-менеджерам, и к CEO, если это возможно. И, может быть, к какому-то кофаундеру или фаундеру, что тоже неплохо. Потому что они, на самом деле, реже получают предложения. Они, ну, все долбятся обычно к операционистам, и эти чуваки им по фану иногда взять, переслать. То есть я оттуда конверсию получаю чаще, блядь, чем от классического, там, коммерческого директора. Типа, вот мы прошли в эти 100 компаний, в каждой потрогали по 3-5 человек. Это объем работы довольно нехуйственный. Потому что каждого человека нам надо пропинговать, с каждым человеком нам надо какие-то воркараунды, нам нужно ему там типа новости какие-то скидывать, нам нужно, короче, долбиться к нему в разные там места. И это воркараунд, то есть это займет некоторое время у некоторого количества людей. Дальше мы считываем метрики промежуточные. Еще очень важно АБ-тестировать письма при этом. То есть мы, заходя в эти 100 компаний разным людям, мы еще не один заход пишем, а мы несколько пробуем, чтобы понять, какой лучше работает, какой хуже, чтобы таким образом как бы в какую-то сторону маленько смещаться. То есть у нас как бы сейчас, например, был такой заход. Тут, короче, мы поняли, что вот этот работает лучше, например, там есть блок, который усиливает, да, или, например, там другая экспресс, или еще что-то. Вот, ну, сработало лучше. Response rate, например, не 18%, а, допустим, 25%. Круче. И это видно на 50 компаниях, а, блядь, не на 3, как многие меряют response rate. Так, блядь, не меряйте response rate. Все, мы, значит, получается, вот это письмо берем, и мы уже его АБ-тестируем с каким-то другим. И смотрим, как бы, а вдруг кто даст больше? Кто даст, например, 27? Все, мы туда перемикнемся. И таким образом письмо эволюционирует, становится лучше и лучше. Как ваши лендинги, как ваши процессы в компании и все остальное. Оно как бы должно как бы развиваться. Ну, для этого надо, чтобы это развитие было по научному методу. То есть мы как бы типа сделали гипотезу, мы ее проверили. Мы ее проверили руками другого человека. Мы ее проверили несколько раз. После этого, когда она стабильно показывает результат, мы считаем, да, все, мы как бы доказали гипотезу, она работает или не работает. Мы новую берем. Дальше, ну, мы считываем промежуточные метрики, те самые конверсии, response rate. Какие промежуточные метрики самые главные? Response rate. Open rate я вообще не считаю. Как бы, мне не интересно, если честно. То есть, как бы, плевать вообще. То есть, как бы, самое главное response rate. Response rate, это что? Это ответ. Но как мы считываем его? Не ответ на каждое письмо, это бесполезная цифра. Мы должны, поскольку мы делаем именно конкретный, ну, плановый эксперимент, который занимает время, мы говорим, что в рамках этого эксперимента мы потрогаем 100 компаний, и там некоторым количеством пингов мы прокопаем 3-5 человек. Лучше 5, чем 3. И вот мы должны измерить response rate со всей этой активности. То есть мы зашли уже ко всем в течение месяца. И мы, короче, смотрим на response rate по количеству компаний. То есть, как бы, если из 100 компаний после всего этого объема работ
у нас получилось составить диалог с 30, то есть из 30 компаний был какой-то респонс, то это и есть респонс рейд. То есть из 100 компаний 30 нам ответили что-то. Дальше следующий рейд, это success response rate. То есть, короче, нам же как бы из этих 30% могли, например, все 30 ответить «пошли нахуй». А могли ответить, например, 5 «пошли нахуй», а все остальные «интересно». Или еще что могло произойти. Success rate для нас — это, по сути, два. Первое — это созвон. Ну, там, чуваки говорят, давайте созвонимся. Второе — это теплая переписка. Это когда три письма в обе стороны. Что это, о чем это говорит? Это говорит о том, что, явно какие-то вопросы задаются. А вопросы никто не будет просто так задавать. Больных людей как бы не очень много, которые будут тратить время на целых три письма, чтобы как бы рефлексировать, да, с незнакомыми людьми из непонятно какого бренда, при условии, что мы говорим с человеком, который реально принимает какие-то решения. Вот, дальше рейд в какой-то контракт. Не обязательно сразу в денежный, я имею в виду хоть в какой-то, в NDA, например. То есть, если чуваки, в принципе, дошли до того, что они какую-то бумажку подписали, это, естественно, делает сделку еще более релевантной. Я думаю, не надо никому объяснять, почему. Подумайте сами, когда вы подписываете бумажки, наверное, никогда вам делать нехуй, да? Вот. И дальше уже как бы идут рейты там в контракт и вся остальная хуйня. Вот, все эти метрики мы считываем, и так мы ходим от гипотезы к гипотезе, и мы должны все их проверить по очереди и считать метрики. То есть, как бы, некоторые рано заканчивают, они выходят на какой-то рынок и такие говорят, мы, короче, там сходили в какое-то количество компаний, многие не могут ответить на вопрос, в какое, меня это поражает. И там что-то произошло, но в итоге что-то денег не было, короче. Но это очень странная риторика, такая низкоуровневая какая-то, детская. Начинаешь копаться, короче, а что там происходило, а кто заходил, а какие письма. Никто не видел, блядь, этих писем. Никто не знает, правда это или нет, что туда кто-то ходил. Выясняется, что там было, в этом сегменте вам потрогали 3 компании, в этом потрогали 7, в этом потрогали 18, но потом выясняется, что 2 из них не существует. Короче, какой-то происходит безумный, блядь, бред. Это все должно супер строго контролироваться. Система отчетности должна быть абсолютно кристально чистая, прозрачная, онлайн режиме, чтобы каждый человек мог в любой момент зайти и посмотреть, что именно сейчас происходит, сколько там компаний вообще потрогали, там реально пинги раз в 2 хотя бы или 3 дня или нет, потому что если нарушены какие-то правила эксперимента, то это означает, что этот эксперимент мы спустили в унитаз, скорее всего, не важно, что мы увидим на выходе, это будут нерелевантные цифры. Мне кажется, скорее всего, я уверен, что умерло огромное количество проектов так, по крайней мере, их амбиции куда-то выходить. Им кажется, что они все сделали, но на самом деле там ничего не произошло. Или произошла какая-нибудь чушь. Дальше. Короче, если на сотнях компаний 3-5 топов мы прокопали по разным вертикалям, и не получилось абсолютно ни хрена, никаких вменяемых переговоров, контрактов, и вы проверили, что действительно все правила соблюдались, и вы проверили, что письма были ок. Как проверить, письмо ок или нет? Вот есть идеи у вас? Напишите в комментах. Просто тупо интересно. И не забудьте репостнуть, блядь, стрим. Вот, наверняка новые чуваки пришли. Чуваки, реально, репостните стрим. Как бы я всех уже запарил, тех, кто как бы давно смотрит, уже час досмотрит. Но я, тем не менее, вынужден просить, как бы, репостнуть мой стрим. Потому что, если вы получаете от этого лулс, вы получаете от этого полезную информацию, у вас что-то в голове там поворачивается, то вы в плюсе. Я, как бы, буду в плюсе, если вы репостните и лайкните стрим. Потому что я таким образом получаю то, что я получаю от стримов. Я возвращаюсь к теме. В общем, я просто надеялся, что вот пока я про этот репост вставлю, кто-нибудь напишет, но что-то походу ни у кого нет идей. Ни у кого нет идей, да? Нету идей ни у кого. Ну и похуй. Короче, если показать человеку, который вне контекста совсем письмо. Нет, на самом деле ответ супер простой здесь. Если, короче, ты хочешь проверить, хорошее письмо или нет, то предложи лучше и объясни, почему оно лучше. Вот это самая моя любимая тема, то есть про что угодно можно сказать, что это говно и что это шоколадка. Ты можешь вот просто камень на улице назвать, драгоценной монетой. Но название, оно же само по себе ничего не меняет, это же просто слова.
по факту это останется камнем, да? Ты не алхимик, ты, блядь, не господ, не господь бог, ты там, типа, не чувак, который может сделать из говна шоколадку. Следовательно, это останется говном или камнем. И здесь то же самое. То есть любой человек может сказать: о, это письмо классное. А потом, короче, через время, когда это письмо не работает, может сказать: это письмо хуёвое. Ну, с него взятки гладки, да? Но фишка в том, что судить о таких вещах может только человек, который, ну, может лучше сделать. То есть, например, у меня в, ну, карьере, я что-то не припомню, короче, если честно, ни одного кейса, когда кто-то говорил мне, что, наверное, я отправляю хуёвое письмо, а я ему говорил, короче, вот сядь, как бы, напиши свою версию. Он мне писал, мы с ним смотрели, и чтобы он мог доказать, что его версия хоть, блядь, хоть как-то годится, короче, в сравнении с той, которую я отправляю. О чем это говорит? Это говорит о том, что я отправлял нормальную версию. То есть, как бы, типа, в принципе, доебаться можно до чего угодно, но, типа, вот в этом, ну, так мы управляем в Salesbomb, так происходит у нас в компании. То есть, если я, как бы, вижу, например, что человек пишет явно хуйню, я не имею права сказать ему, что это полная хуйня просто так, потому что я такой весь бодрый, да, пацан сверху. А я, как бы, типа, должен ему объяснить тогда, это я заинтересован в этом. Вообще-то, как бы, если ты с каким-то человеком о таких вещах разговариваешь, это означает, что, ну, ты ставишь ставку на этого человека, ты на него время тратишь, и он работает у тебя, ты должен его растить, ты должен с ним, ну, дискутировать, да, он должен, как бы, впитывать твои знания, если они у тебя есть. Я, как бы, человеку объясняю: смотри, вот эта строчка говорит вот об этом, а если ее вот на эту поменять, то будет вот это. Вот этот абзац, короче, можно усилить таким-то образом, как бы, он на самом деле затуманивает там взгляд читателя. Вот здесь спорное утверждение, которое, скорее всего, вызывает очень жесткий, короче, там, строк у человека, который, типа, ну, который, как бы, любит, скажем так, критиковать. Ты попался на его крючок, то есть всех критиканов ты сразу же, короче, отсеял, да, конверсия за счет этого упала. Я вот так вот разбираюсь с человеком письмо, а что делать-то? Ну, как бы, у меня нет других вариантов. Эти люди растут, они со временем начинают писать лучше. Они мне благодарны, я им благодарен, конверсия растет, здорово же. И если так получилось, что вы посмотрели, что ваша гипотеза нихера не сработала, ни там, ни тут, ни здесь, и письма были нормальные, и с этим сложно поспорить. Вы даже дали кому-то посмотреть. Причем не какому-то чуваку, который пытается свои услуги продать и поэтому хочет обосрать, а какому-нибудь чуваку вроде меня, не какому-нибудь пидору, который будет кого-то... Ну, короче, человеку, который любит искусство, который не будет просто так говорить, что что-то говно бездоказательно. Который, ну, который предложит намного лучше тогда, если он может доказать. То это означает, что ваш продукт в данном случае для этого рынка полное говно. Такая вот проблема. Либо продукт, либо бизнес-модель, либо use case, ну, то есть что-то кто-то не понимает. Либо где-то вводные были неправильные, либо вы сами себе напиздели, либо вам кто-то наврал, короче. Ну, то есть, разное может происходить. У нас были многие такие примеры, то есть я могу пример привести. К нам пришла компания, которая сделала якобы уникальный сервис по дистрибуции видеочанков между браузерами, которая, по сути, позволяла между большим количеством людей, которые смотрят какой-то стрим, например, футбол, да, в 4К изображении, создать торрент-соединение, которое позволяло бы без обращения к CDN-серваку, который супер дорогой трафик тебе гонит, тем не менее распределить все видеочанки, и все смотрят, короче, по торрент, по сути, соединению глобальному изображения. И, ну, звучит прикольно, то есть, как бы, сэкономить на CDN, как бы, мне кажется, мечта любой школьницы, короче, типа японской. Но проблема в том, что, как оказалось, часть утверждений были враньем. Причем достаточно немаловажно. Первое утверждение, которое было враньем, это то, что эта технология вообще работает без ошибок. Типа, как выяснилось потом в разговорах уже с технарями углубленными, уже после того, как уже вся вода утекла, выяснилось, что оказывается, эта технология дает лишь до 70% эффективного изображения, то есть постоянно, как бы, у людей все рассыпается по кубикам, и с этим ничего не сделаешь. Хотя утверждалось обратно, и на лендинге было написано обратное. Пиздёж. Второе. Они нам говорили, CDN, трафик стоит 50 баксов, короче, даже на больших объемах, ладно, там иногда бывает до 45 падают. Мы будем продавать за 3,5 бакса терабайт, и это, типа, больше, чем в 10 раз дешевле. Ну, как бы, чё, я пацан простой, как бы, ну, сказали, ну, хорошо, как бы, ну, вы же там, типа, эксперты, естественно, нам сказали, чуваки эксперты, они там, блядь, просто новые Эйнштейны видеовещания.
Но когда у нас нихуя не получалось, и вообще никто нам не отвечал, кроме нескольких ответов, типа от Sony из Индии, от Universal Pictures из Штатов, еще откуда-то. Ну, короче, три ответа у нас было всего, где нам на пальцах объяснили, ну, какой-то, видимо, сердобольный человек попался, который нам на пальцах объяснил, почему мы как бы должны нахуй пойти очень длинным текстом. Я заинтересовался, потому что это была такая аномальная рефлексия интересная. Я пошел, короче, к своим знакомым серверщикам. У меня много разных знакомых серверщиков, у них серверные компании, там, большие даже. Я у них спросил, ну, в этом случае я конкретно у Коли спросил, вообще, просто этот царь и бог для меня вот лично серверного рынка, он настолько много всего знает и может тебе вот нормальным языком, вот примерно вот таким, на котором я люблю общаться и на котором я с вами общаюсь, за которым меня часто гнобят, он может, короче, на пальцах раскидать, что в серваках происходит, как бы, почему конкретно кому что-то надо, кому что не надо, он вот прям такой бог, короче, серваков. Я у него спросил, слушай, бро, вот скажи, ты CDN почем продаешь, например, когда большие объемы? Он такой говорит, ну, большие, насколько большие? Я ему говорю, ну, достаточно большие, ну, например, там, футбольный матч, как бы, трансляция. Ну, это как порнуха, ну, типа, там, говорит, ну, может, 2, блядь, бакса, короче, там, за терабайт. Ну, не знаю, ну, можно поторговаться. И я такой думаю, что? Я-то, как бы, своим солзам сказал, чуваки, 50 баксов, короче, 50. CDN, 100% гарантия качественного трафика, идеального, все охуенно. 2 бакса, а мы продаем кусок говна, блядь, за 50, вы можете себе представить? Вот. Я вам иногда буду такие зашквары рассказывать, если вам интересно, напишите в комментариях, короче, интересно ли вам бизнес-зашквары, короче. Типа, у меня очень много накопилось, я как бы знаю разные истории, как бы я был частью многих историй, короче. И там просто, ну, открываются определенные штуки, то есть, в принципе, никого там не обидишь особо, я сейчас никого не обидел, никто не понимает, о какой компании. Ну, может, если кто понимает, ну, как бы, поугарайте вместе со мной, вы и так знаете, что они ебанутые. Вот, типа, ну, как бы, это, мне кажется, это может быть интересно. Вот скажите, интересно такой контент? Да, люди говорят, конечно, интересно, здорово. Хорошо, я буду рассказывать такие вещи. Жги за шкваром, говорит Рома. Рома. Мы всех сожжем неистовым, плотным за шкваром. Короче. Вам надо ходить на международные рынки при помощи солсбомбы. Это одновременно и реклама, и просто тупо факт. Типа, когда вы хотите обойти вот эти вот замечательные, прекрасные вертикали, вам необходимы какие-то люди, которые сделают это гарантированно качественно, которые сделают это, скажем так, с абсолютно конкретной, понятной выработкой в полной прозрачности. Как ни прискорбно, внутренними отделами продаж этого очень сложно добиться, потому что практически все компании, с которыми мне приходилось иметь дело, как ни прискорбно, не могут посмотреть на весь объем работы, который делают их СЛЗ. Это типа очень плохо для проверки гипотез. То есть объективно, реально, люди не пользуются CRM-ками достаточно хорошо. И ты не знаешь, сколько там было реально переписок, ты не можешь их контент посмотреть. То есть как бы тебе всегда надо как бы доверять, тебе надо всегда как бы доверять на слово как бы. И это типа не очень хорошая тема. Ты не хочешь просрать целый рынок из-за того, что ты поверил чувакам, которые на самом деле тебе пиздят из совещания в совещание, и ты их постоянно ловишь на этом. Ты не хочешь просрать рынок из-за того, что они как бы не поработали там, где должны были. И они это делают не потому, что они злодеи, просто потому, что они наемники, наемники так устроены, как бы. Типа, если кому-то кажется, что они болеют за бизнес, да, на словах они, конечно, болеют за бизнес, но по факту они получают в миллиард раз меньше, чем бенефициар этого бизнеса. Нахуй они вертели его, завтра придет чувак на 500 баксов, им больше предложат, они не уйдут на 500 баксов, уйдут на 1000. Не уйдут на 1000, уйдут на 1500. Ну, короче, там не очень большая цена их лояльности. И надеяться, что они, короче, никогда в жизни не подведут, блять, ну, они себя-то подведут запросто, а как бы кого-то другого еще и подавно, как бы. И, типа, мы как бы можем гарантировать, что совершенно конкретного навыка люди будут ходить и делать совершенно конкретный объем действий. И самое главное, у нас есть QA. Мы, короче, никогда не даем СЛЗу работать самостоятельно. Над ним есть прослойка, вот Sales, его активность, а вот прослойка. Это QA. Это чуваки, которые каждое действие крыжат, они смотрят качество. Они проверяют, этот чувак АБ-тестит или нет. Они смотрят, короче, замеряют эти ебаные АБ-тесты. Это люди, которые берут на себя эту обязанность. Они у нас входят, блядь, в стоимость человека, короче, по-любому. И менеджмент, который на все это смотрит, тоже входит в ебаную стоимость.
И стандартный как бы чел обходится вам, вот сколько стоит, вот напишите в комментариях, вот на ваш взгляд, мне это, кстати, просто интересно, сколько на ваш взгляд стоит чувак, который способен сложную технологию с глубоким пониманием IT, каких-то особенностей IT продавать, например, в Штатах, вот сколько он, блядь, стоит в месяц, скажите мне, ну, типа... Давайте, 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей, 300 тысяч рублей, 500 тысяч рублей. Вот по-вашему, сколько он должен стоить? В Москве даже, похуй, пускай это будет москвич. Как бы, типа, ну, а сколько он стоит, если он клёвый, если за него борются, если за него дерутся? У меня, блядь, школьников нанимают во всякие есфорсы, короче, моих знакомых, которые очень мало где поработали, им, блядь, по 300 платят переговорщикам. Я бы не сказал, что они разбираются хотя бы на 1/10, ёбаный в рот, от того, что делает мой среднестатистический сейлс. И, как бы, мы даем выработку этого чувака за 5000 евро вместе, блядь, с QA и вместе с менеджментом. Мы даем двойную выработку среднестатистического такого наемника месячного. Причем, выключить это можно, блять, вот так. Ты можешь это включать, отключать. Это для проверки гипотез просто немыслимо круто, тебе не надо нанимать. Ты как бы по контракту, по инвойсу просто платишь бабки, получаешь выработку, ты смотришь, блядь, за каждым действием. Мы даем систему, в которой можно видеть каждое действие. Ты прям через плечо смотришь СЛЗу, как он работает. Ты участвуешь с нами в совещаниях наших, ты видишь, как мы общаемся с СЛЗами. Ты видишь отчетность, ты, короче, блядь, все видишь, как бы, ты видишь наш процесс. И как бы... Я не понимаю, то есть как бы куча компаний ходит на Запад, к нам как бы приходят, да, но мне, если честно, кажется, что к нам могло бы приходить намного больше, если бы знали просто об этом. Я не знаю, ну как бы я очень мало рынку рассказываю, я там не особо где хожу, вот сейчас я как бы, ну, стримы делаю. Может быть, я так смогу объяснить как бы IT-компаниям, чем мы занимаемся. У нас человек, который работал там в классных технологических стартапах, в Alibaba, в Гугле, в Букинге, там, в типа в Мамонда, короче, там, в разных пиздатых компаниях, из которых вы бы наняли, вот так, вам бы резюме показали, вы бы сразу нанимай, HR-ки сказали. У нас эти люди тусуются, мы их документизируем, они у нас делают по 600 действий за, блядь, 5000 евро, 600 действий. Вы этого человека нанимаете, этого же самого человека. Он у вас в компании за большие деньги делает вместе с костами, там, со всей хуйней, да? Он без контроля, он делает меньше действий, он делает 300. Я вам отвечаю. Ну, то есть, как бы, просто, если вы, короче, проверите своих людей и выяснится, что они делают не 300 действий, а больше, то я отсосу тракториста, короче. Давайте забьемся с вами, как бы. Ну, я найду здесь тракториста, как бы, это фермерская страна, как бы, окей? Вот, ну и, следовательно, вот, Светлана говорит, 400 тысяч оклад. Да, так и есть, а посчитайте, сколько это в баксах, в евро, короче. А ты, это оклад, короче, а ты еще процентом платишь с продаж, а ты еще, короче, платишь налоги со всей этой хуйни. Ты платишь за его рабочее место, ты платишь за HR-процесс, ты платишь за управление, и ты получаешь CRM-ку незаполненную, ты получаешь невидимые продажи, ты получаешь, короче, типа, неизвестность, ты получаешь хуй на блюде. Типа, мы даем просто безумно выгодную модель. То есть, как бы, она настолько выгодная, что, типа, если бы мне такое принесли, когда я по найму работал, просто пришел бы чувак и сказал, что он такое может дать, я бы подумал, что он пиздит. Возможно, нам надо, блядь, ценник поднять. Может быть, реально люди думают, что я, как бы, пизжу им. Я не знаю, ну, как бы... Вот как у нас, например, да, кстати, по поводу ценника тоже забавно, у нас в UK вообще очень интересные дела обстоят, к нам чаще всего в UK почему-то за литгеном обращаются, а не за продажами. Вот UK люди, они не любят пускать к себе в систему, они считают, что это не секурно, то есть они как бы не хотят, чтобы мы видели пайплайны, не хотят, чтобы мы видели типа CRM-ку, они как бы хотят, чтобы мы просто гнали им лиды нашими толковыми руками, опытными. И вот у меня уже было здесь там, ну, несколько десятков переговоров, короче, с местными компаниями. И вот типичная ситуация, это, видимо, их стандартный здесь подход. Это то, насколько они отличаются от русских предпринимателей в этом плане. Они нам говорят: ребята, ну ладно, нам, короче, допустим, мы говорим про серваки, про сложные там системы, типа private networks для конкретного применения. Они нам говорят: мы, короче, готовы вам платить за лид, а лид в данном случае, чтобы вы понимали, это просто connect, это даже не какое там, ну, не какая-то там, это далеко от контракта, то есть нам просто надо принести им человека, который типа заинтересован поговорить, он даже не заинтересован покупать, он заинтересован поговорить, и по каким-то метрикам мы понимаем, что у него могут быть деньги. Вот они готовы за это платить. И они нам говорят: мы готовы за такое платить 200 баксов. Я им, короче, говорю: ну, типа, вот, чувак, там,
ну, чувака, например, зовут там, я не знаю, там, Джон, блядь. Я ему говорю: Джонни, просто возьми $200 вот так вот скомкой, блядь, и просто выкинь в помойку. Развернись, упиздовывай и радуйся, потому что ты сейчас только что за эти $200, которые ты выбросил, купил себе кучу сэкономленного времени. Потому что так ты бы на самом деле очень много времени потратил на всю эту хуйню, но все равно не получил бы лиды. А сейчас ты, короче, проебал $200, у тебя есть прекрасная возможность вступать спокойно, короче, и, типа, не тратить время. Ну, как бы, ты никогда не получишь, блядь, за $200 ебаный лид. И он такой, типа: окей, ну а сколько ты считаешь надо? Я ему говорю: ну я готов, там, типа, за $2000. Типа, я представляю, я прекрасно знаю, сколько, как бы, они получают с одного клиента, я прекрасно знаю, какая у них конверсия, я прекрасно знаю, сколько стоит их поездка на конференцию, я прекрасно знаю, сколько среднестатистический сейлс там берет на этой конференции визиток, я прекрасно знаю, сколько он их окучивает, как он их окучивает, сколько он контрактов закрывает. Мне это известно просто из-за опыта. И я ему объясняю, что, мол, типа, с вашими зарплатами, блядь, ну вот таких людей, как бы, там на самом деле синьоры только могут такое с техническими бэкграундом продавать, они там 120-150 тысяч фунтов в год, блядь, стоят. И с их выработкой, я ему говорю: чувак, $2000 за лид — это для тебя просто охуенно. И он такой на меня смотрит и говорит: чувак, вот теперь я буду с тобой работать. Потому что, как бы, до этого я давал каким-то людям, там, 40 компаний обошел, короче, я им давал, обсчитайте мне, короче, там, $300 за лида. И эти компании, говорят, реально садились и считали мне какую-то чушь, блядь. Но я же, говорит, прекрасно понимаю, что, как бы, не бывает таких людей, которые способны нагнать реально какие-то лиды, блядь, за $300 в нашем сегменте. Это просто невозможно. Ну, как бы, вы первые, говорят, которые понимают вообще стоимость бизнес-девелопмента. Вот. Ну, а в России наоборот. То есть в России у меня стандартный диалог, это, блядь, там, типа... Короче, я нашел чуваков, которые за $150 мне лиды будут гнать. Я ему говорю: ну давай, удачи тебе, короче. Через месяц общаемся, я говорю: ну что, сконвертилось что-нибудь? Нет, что-то нихуя не сконвертилось. Но я, говорит, нашел других чуваков, они еще дешевле, короче. Я там больше льдов получу, больше вероятность, что сконвертится. Я такой думаю: ебать ты, тупая тварь. Ну давай, ладно, иди покупай за 80. Ну и, короче, и продолжается вот это вот говно. Вот, ну а видите, мои, как бы, подписчики, друзья и охуенные ребята понимают, сколько стоит бизнес-девелопмент, и не будут заниматься этой хуйней. Вот, дальше, я, короче, на самом деле сделал паузу, это была одновременно рекламная пауза, пауза, которая помогла мне маленько расслабиться от контента. А сейчас я продолжу стелить за контент, да? Короче, мы сейчас должны поговорить с вами про коннекшены, про то, как искать контакты. Ну, вообще, знаете, я... Давайте так сделаем. Смотрите, вот сейчас некоторое количество людей послушали про рынки. Я, если честно, думал, что контента на 40 минут, но я рассказывал 1.5 часа. Не судите строго, я не знаю, плохо это или хорошо. Вот. Опять же, дайте фидбэк, потому что, возможно, это было очень долго и скучно. Ну, наверное, такие люди ушли, как бы. Но в любом случае, я старался изложить. Я сейчас быстренько пробегусь по комментам, просто отвечу, как бы, вам, чтобы, ну, было интерактивненько, это же весело. Вот, вы не забывайте про то, что если вам пиздец как нравится, короче, то, что я, как бы, здесь несу, и вы хотите ответ на какой-нибудь сложный вопрос или просто тупо лайкануть меня баблом, то вот здесь, короче, есть сайт antonglotkov.com. Вы, короче, на него заходите, там есть возможность, короче, закидывать донатики. Вы, типа, просто донатите бабло, и я бухаю на это бабло потом, короче, как четкий пацан, как бы. Ну, это, в общем-то, то, что происходит, понимаете? Это так, ну, такие правила игры, короче. Вот. Ну, либо можете этого не делать, но тогда шерьте ебаный пост. Ну, в смысле, стрим. Так, я быстро бегу по комментариям. Типа... Арсюхе нравится, короче, моя желтая кофтень. Спасибо тебе, братан. Я тоже ее люблю. Это самое лучшее, что я покупал по цвету, как бы, и по фасону. Я просто такой, как это, по катону и и по лейблу, короче, определил, что это охуенная штука, и купил. Вот. Так. Короче, все отлично. Вместо того, чтобы работу делать, я сижу, слушаю тебя. Да, Арс Максимов. Да ты молодец, как бы, нахуй эту работу вообще, типа, лучше с нормальными челиками пообщаться, как бы, ну, это заряжает энергией.
Качественный стрим. Спасибо, братан, спасибо. Арс писал, видел книгу Хоровица The Hard Things About Hard Things. Если нет, то там в конце есть прикольный список вопросов, которые Бен задает коммерческим директорам и челам. Арсений Ольховский задонатил мне еще 20 фунтов. Чувак, ты реально тупо меня балуешь. Смотрите, как бы, если вы обратите внимание, Арс у нас висит в категории «Самый четкий поц», где я на самом деле думал, какие-нибудь бренды захотят себя прорекламировать. Такая у меня была гипотеза, которая, видимо, провалилась. Ну, там, типа, знаете, там, если бы у меня был стартап, короче, я бы такой, типа, хоп, закинул, короче, вешу чувака, у которого бизнес-аудитория, типа, и рекламируюсь. Но что-то не зашло, как бы, зато Арс вот закидывает бабос, короче, и все видят, что Арс самый четкий поц. Арс, ты красавчик, я тебя обожаю, реально. Тупо люблю тебя. Ну, ты еще и красавчик. Ну, то есть, реально, девчонки, задумайтесь об этой хуйне. Он реально красавчик, вот. Ну, ничего такого, как бы. Слушай, вон, у Арса есть телеграм-канал. Подписывайся на телеграм-канал Арса. Ты закинь хотя бы, блядь, ссылку на свой телеграм-канал. Как тебя там искать-то? По-любому никто не догадается, как это написать правильно. Я не понял твой вопрос про книгу. А, было бы интересно послушать, на какие зашквары и навыки ты сам пингуешь кандидатов C-левела. Я, конечно же, буду об этом рассказывать, чувак. Я потом сделаю стрим об этом, потому что это интересная тема. Я хочу рассказать, вот напишите в комментах, вот прямо сейчас, да, импульсно, насколько вам интересно послушать про то, как именно собеседования мои проходят. Потому что я уже говорил об HR, да, и, наверное, не стоит слишком часто это затирать. Но у меня есть бездонный мешок идей, что конкретно можно, короче, обсуждать с кандидатами и для чего. Если это как бы вас волнует, то типа, да, плюсуйте там, говорите об этом. И самое главное, наводите меня на мысль, потому что если вы просто скажете, да, интересно, но это мне не особо помогает, потому что, ну, как бы, мне тогда придется все, блядь, подряд рассказывать. Вы скажите, что у вас за проблема? То есть, с чем вы сталкиваетесь? Что, например, вы там нанимаете людей, а потом они оказываются другими, и вы расстраиваетесь? Или вы, например, там, типа, собеседуете человека, короче, а он... Тестовое задание дает своей подруге, она его делает, приходит этот чувак к вам на работу и выясняется, что он-то не умеет. Или, например, там, типа, вы, блядь, я не знаю, вы ссытесь, когда собеседуете человека. Ну, то есть, какие ваши проблемы, короче? Давайте я вам раскидаю по Фрейду, как бы, если вы прям конкретно обозначите тематику. Вот, меня хвалят за звук. Арс говорит, что я попадаю в биты, это типа нормас. Спасибо, братан. Все отлично, звук заебись. Все, спасибо, вы, короче, реально покормили, да, настроением. Дима Курманов говорит, что ему интересно следить за тем, как разворачивается мой мыслительный стрим. Те, кто меня на самом деле давно знают, они знают, что я как бы всегда фристайлю. То есть у меня, типа, всегда есть пара заготовочек, ну, там, типа, я имею в виду под заготовочками, 2-3 слова, короче, все остальное нафристайливаю. Поэтому то, что вы видите на этих стримах, это действительно фристайл. Поэтому, сорян, но иногда это бывает слегонца плохо, потому что иногда, ну, мозг не варит. Вот у меня второй стрим, где я в розовой футболке, ой, кофте, короче, он реально стрёмный. Я его посмотрел, мне так противно было. Но у меня было злое настроение. Я понял, как бы это одно из правил стримерства, которым я буду пользоваться теперь. Когда у тебя очень хуевое настроение, и ты не выспался еще плюс к этому, не надо стримить, короче. Просто скажи чувакам, типа, идите, ну, там, типа, занимайся чем-нибудь другим, короче. Не надо этой хуйней заниматься. Я больше никогда не буду так делать. Вы под какие-то KPI подписываетесь? За что награждение получают менеджеры по продажам? Обширная тема, как бы тоже будем обсуждать, но это сейчас, ну да, конечно, там и подписываемся, и не подписываемся, эта тема на 5 стримов, короче. Мы можем пойти с продуктом в Польшу, а там никто не отвечает, выгравирую на лбу. Да, чувак, угарная тема. Ебать, я просто полотно кривое написал. Слушай, мне кажется, критерий успеха для найма регионального директора — это разглядеть потенциал чела, который еще сам не знает, на что способен. Это не так совсем. Это так в случае с селзами бывает, далеко не всегда. Тут как бы фишка в том, что если ты, короче, хочешь сэкономить, то тогда ты вот по этой стратегии идешь. Если ты хочешь, либо если тебе пиздец как повезло натолкнуться на какого-то гения, но это редко бывает. Но если ты хочешь конкретики, если ты хочешь гарантии, если ты хочешь, типа, чтобы вот тебе дали 5 миллионов фунтов, например, инвестиций, как бы, и у тебя есть потребность вырасти на них, короче, там, типа, очень сильно, да, желательно на нескольких рынках, то ты не хочешь заниматься этой хуйней. Потому что не существует гениев, которые способны
на потоке создавать этих людей из ничего. Не существует людей, которые способны предсказать, как у человека личность себя будет проявлять. Потому что навыки — это одно, а характер — это другое. И я могу тебе, ну, просто на опыте уже рассказать большое количество историй, где совершенно потрясающе талантливые люди были абсолютно не способны работать в команде, как бы. И когда ты человека собеседуешь или когда ты человека оцениваешь по его, там, ну, грубо говоря, рабочим качествам, да, которые тебя будоражат, ты не можешь оценить его командную работу. Все разговоры о командной работе — полная чушь. Если человек умный достаточно, он тебе правильно ответит, блядь, на все вопросы про командную работу, как бы, потому что в этих вопросах будет зашита сама по себе какая-то логика, которая читается и которая, как бы, расшифровывается и которая наебывается легко. А что по факту он будет делать? Это очень хороший вопрос. Мне доводилось работать с супер-CTO наркоманом, который функционировал два раза в неделю, и то непредсказуемо, хотя действительно писал хороший код, да, и управлял нормально ребятами, и видел их хорошо. Но при этом, при всем, как бы, блядь, тот дистракшн, который он вносил в бизнес, это пиздец. Врагу не пожелаешь. Я говорю про чувака, которого я в стартап к себе нанимал, чтобы никто не подумал, что я наговариваю на какого-то CTO, с которым я работал. То есть у меня там были терки с CTO в разных компаниях еще и когда я по найму работал, но эти терки, они были очень сильно связаны с моими собственными проблемами, а не с проблемами этих людей. Я там сам косячил, и мне до сих пор стыдно за некоторые вещи, мне до сих пор горько за некоторые вещи, что я порушил контакты с некоторыми чуваками, с которыми я на самом деле выросший мог бы делать бизнес классный вместе. Там, я не знаю, конкретно Боря Каплуновский, например, то есть, как бы, если бы, блядь, у меня был такой кофаундер, как бы, ну, я не знаю, я бы за это очень многое отдал, короче, но я не знаю, то есть, как бы, восстановится эта связь когда-нибудь или нет, короче, там, ну, мы оба накосячили там в свое время, ну, блядь, ну. Ну, короче, вот, я тебе ответил, Арс, на вопрос, так, порассуждал быстренько, вот. Короче, ладно, я комменты буду читать потом в закругление, пока здесь все люди находятся, они, наверное, еще про контакты хотят послушать, потому что, как бы, все-таки я тему заявил, давайте поговорим об этом. Про контакты все очень просто, короче, когда мы решили, где и что мы будем продавать, и мы поняли, что мы прямо пошли в рынок, нам надо контакты, чтобы кому-то писать. Мы должны определить, вот, допустим, если мы идем в e-commerce, то кто конкретно в e-commerce чаще всего в компании отвечает за то, что мы делаем? Мы добавляем, соответственно, сразу заметочку. Окей, если мы идем в 100 компаний из e-commerce, то вот конкретно этому человеку мы будем писать. Значит, это 100 человек. Мы напишем 100 людям. Допустим, это будет, я не знаю, CTO, блядь. Или там маркетинговый директор. Или CEO. Ну, то есть, неважно. То есть, как бы, дальше мы задаем себе вопрос, кому еще мы можем написать? И здесь, как бы, уже больше пространства для творчества. То есть, допустим, если мы продаем какую-то услугу, которая нужна маркетологам, у маркетологов довольно хорошо работают вертикальные связи, и я точно знаю, что абсолютно любой маркетинговый менеджер, как бы middle level, да, ну, я имею в виду не управленца, а который просто, как бы, ну, операционист ебучий, он, скорее всего, имеет возможность общаться с директором со своим, ну, то есть, как бы, за редким исключением. И, скорее всего, он понимает, короче, в движухе, то есть он понимает цифры, он понимает метрики, ну, маркетологам просто надо это делать. И значит, получается, мы можем, как бы, там и написать одному-двум, сотрудникам просто. Если компания до определенного размера и наш оффер действительно, скажем так, ресурсообразующий или экономикообразующий, то есть мы что-то драматически меняем, на какие-то очень серьезные метрики очень серьезно влияем. 100% надо написать CEO. Многие почему-то боятся этого, блять, но я не вижу в этом ничего такого. Почему не написать CEO? Это его компания, он мечтает о том, чтобы она росла. Он, блять, он с такими бесполезными людьми в своей компании созванивается, просто чтобы быть в курсе. А вы, как бы, на самом деле какую-то пользу принесли, которая, возможно, в 1000 раз больше, чем ту пользу, которую он получает от какого-то митинга с внутренним там своим сотрудником. Почему вы стесняетесь? Не надо стесняться, пишем CEO. Вот мы уже троих или четверых человек нашли. И кого-то еще. Может быть, надо, может быть, не надо. То есть здесь должен быть именно такой логический процесс. То есть надо сажать себя в кресло этих людей. То есть надо, как бы, представлять себе. Прямо реально абстрактное мышление нужно, визуализация. Типа,
Вот я в этой компании, допустим, нахожусь, а что там происходит? Ну, то есть мне на самом деле в этом плане может быть там даже легче, чем некоторым, потому что я в многих компаниях поработал, много компаний поконсультировал. Возможно, раньше я бы рассуждал, конечно, не так, как бы, ну, смело, потому что реально, если ты поработал в двух компаниях в жизни, да, в каждой по 8 лет, есть вероятность, что ты можешь реально как бы не понимать, как это устроено там в некоторых, да, для тебя это как бы там терра инкогнито. Но мне, например, примерно понятно, как себя могут вести там те или иные люди в стартапе, как эти стартапы отличаются друг от друга, в зависимости от того, какая риторика у их фаундеров. Риторику фаундеров очень легко посмотреть в интервью, легко она читается на их страничках в Фейсбуке там и там где-то еще, короче. Когда ты это понимаешь, то ты уже начинаешь понимать, короче, к кому ты будешь заходить. Если вы можете сканировать, заебись, не можете сканировать, ну, как бы вы в жопе. Ну, как бы, тем не менее, на этом не заканчивается мир, как бы все равно вы понимаете парочку контактов, кому будете писать. Вот вы определили. Дальше. Все супер просто. У вас есть LinkedIn. В России тоже работает. Прекрасно причем. Потому что большинство людей, которые, типа, ну, большинство людей, почему в LinkedIn в России? Ну, я имею в виду айтишников. Да потому что просто люди хотят выебнуться. Работа — это важная часть их жизни. Это как бы... Это статусная история. То есть, как бы, я помню прекрасно, когда LinkedIn только появился, я вот работал в Алаваре. На самом деле, никто из сотрудников Алавара не получал никакого бенефита от того, что он находился в LinkedIn. Ну, просто было круто. Ну, блядь, у нас директор компании в LinkedIn. У нас там, типа, наш инвестор в LinkedIn. Но все хотят им подражать, короче, поэтому все регаются в LinkedIn. Когда человек зарегался в LinkedIn, и когда он имеет к нему доступ, происходит одна очень приятная для нас магия. LinkedIn notification отправляет в почту. То есть, если вы написали человеку какому-то предложение просто сконнектиться, у вас там есть текст, короче, на несколько сотен символов, который вы пишете, и этот текст гарантированно попадает в почту человеку. Ну просто так LinkedIn настроен, блядь. Notification прилетит, там будет этот текст. Это то же самое, что письмо. Просто короткое, потому что символы ограничены. Все, у вас уже есть один способ написать человеку письмо, он точно его прочитает. Он будет как бы скроллить свою почту нажатием на кнопку вниз, или мышкой, или как-то еще, блядь, ногой. И он как бы, пройдя через все письма, он пройдет и через ваши. Типа, дальше в LinkedIn есть прекрасная тема, это инмейлы. Если вы платите за платный LinkedIn, инмейлы лучше тратить на какие-то очень важные персоны, потому что инмейлы заканчиваются, и вы бы не хотели прям просто спамить, да, инмейлами, потому что они у вас просто закончатся, как бы, ну, вы будете скованы, как бы. От того, насколько у вас хороший response rate, LinkedIn вас поощряет, потому что если вам отвечает больше людей, вот нам отвечает 30% людей, то означает, что 30% нам возвращается кэшбэком инмейлов, мы больше можем написать. Те, у кого response rate стрёмный, ну, увы, как бы, инмейлы тратятся, потому что если не ответили на инмейл, значит, как бы он потрачен. Дальше, типа, как мы выбираем, кому написать? Здесь, как бы, механика супер простая. Во-первых, если компания не имеет людей в LinkedIn, то, скорее всего, вот 99,9% вероятность, что вам не надо на нее тратить время. Потому что, ну, она слишком маленькая, она бестолковая, и она, скорее всего, сосет холодного хуйца пока что. Вы можете что-то специфическое знать об этой компании. В этом случае, типа... Ну, как бы, и если ее при этом нет в LinkedIn, но я не знаю, мне настолько редко попадается такой кейс, что о нем даже говорить как-то стрёмно. Но в этом случае, как бы, вы можете тогда в этом редком случае, очень редком случае, не знаю, открыть, короче, Google карты, поискать их компанию, если она там зарегана, позвонить. Если так не работает, короче, то в этом случае ищите каких-то общих знакомых, которые могут вас представить. В IT, скорее всего, это возможно. Смотрите, короче, на каком источнике они публикуют свой пиар. Вот если у них кто-то брал интервью, то это означает, что вы можете у человека, который брал у них интервью, спросить контакт этого человека. Вот, блядь, редко почему-то это в голову кому-то приходит, но это совершенно разумно сделать. Я так делал неоднократно, и, ну, типа, тебе дадут этот ебаный контакт. Вы можете, короче, погуглить, то есть в поиске просто вбивать, короче, никнеймы этого человека, если вам удалось найти его никнейм, короче, и искать его личную почту. И, конечно же, вы можете воспользоваться Rocket Reach, но чтобы воспользоваться Rocket Reach, вам надо как бы иметь хотя бы какую-то его социальную сеть, хоть одну, с которой Rocket Reach будет дергать email.
А, типа, если в LinkedIn этого человека нет, получается, ну, как бы, Rocket Reach уже нельзя через LinkedIn будет на него применить, но попробуйте, как бы, Rocket Reach нуть его через Facebook. Короче, фишка в том, что конкретно про Rocket Reach. Rocket Reach — это потрясающая тема. Раньше было огромное количество всяких разных сервисов, которые позволяли дергать почты из социальных сетей. Но они не работали, либо работали хреново. Чаще всего там был рандомайзер. То есть они как бы работали, это по сути был фрод. То есть если как бы у человека был прям указан имейл в его профиле, который любой мог посмотреть, то тогда они его показывали. Ну просто большинство людей реально достаточно тупые, блядь, чтобы, короче, не смочь найти даже написанный явно имейл. И они считали, что это, эти сервисы классные. Я всегда думал, что это полное говно. Но потом появился Rocket Reach, который понял эту проблему и понял, что на самом деле, как бы, люди, которые будут пользоваться такой фичей, они будут ей пользоваться только в том случае, если она будет, ну, magic давать, да, какое-то, что-то специфическое. Они пошли, и они, как бы, сделали партнерскую программу, забашляли огромную кучу денег с подписки вот этим вот самым компаниям, с которых они дергают эти сраные имейлы. То есть, по сути, они сделали платную API-интеграцию, где за определенное количество API-дерганий надо, как бы, потратить определенное количество денег. Эти деньги, они, естественно, берут с нас, драгоценных пользователей. И, по сути, им сливают контакты. То есть, короче, они просто нашли способ их покупать, как бы. И там реально процент релевантных имейлов гигантский. Если Rocket Reach не уверен, что этот имейл релевантный, такое иногда бывает, сейчас все меньше и меньше с каждым годом, то он не будет брать с вас деньги за это. То есть вы пишете на свой страх и риск. Я обычно просто не трогаю такие имейлы. В этом случае это означает, что этот имейл, ну, как бы, потрачено, как бы, знаешь, мы не смогли его найти. Но те имейлы, которые verified, это 100% означает, что это улетит в ящик человеку. Здесь надо понимать одну важную психологическую вещь. Прежде чем вы пошли по этому Rocket Reach пути, лучше все-таки пойти по LinkedIn пути. Потому что вероятность, как я говорил, что человека нет в LinkedIn, если он из себя хоть что-то ценное в плане финансов представляет, равна, блядь, нулю астрономическому. Человек вас еще не звал в почту. И здесь тогда нужно как бы либо придумать, как креативно написать ему, почему он вдруг в почту от вас получает приглашение о разговоре. Потому что если этот человек знает, что у него точно нигде не висит его email, то это просто агрессивненько чуть-чуть. Есть вероятность, что он как бы это не очень хочет, и тогда лучше как бы булшитнуть. Я обычно такой булшит использую, мол, типа, чуваки, я как бы общался с вашими ребятами на конференции год назад. Понимаете, да, масштаб удаленности этого события логического? То есть когда-то с какими-то вашими ребятами, без указания этих ребят, год назад. И, короче, типа, пиздец, я только что понял, что наконец-то у меня есть тема, с которой я могу с вами поговорить. Вот это интересно. То есть фишка в том, что этот чувак, он такой подумает, окей, это что-то более тепленькое, и чуваку дали мой email, как бы, какие-то некие мои ребята. Я, правда, не знаю, какие, он не сказал, но, блядь, читать-то надо. То есть наша задача же, она вначале просто сделать так, чтобы чувак читал, потому что дальше ему оффер либо понравится, либо нет. Но вот этот вот bullshit-подход, он помогает в данном случае. Но чаще всего вы справитесь с LinkedIn'ом. Но, тем не менее, надо делать и то, и другое. То есть фишка в том, что любого человека нужно прокапывать всеми возможными каналами, если он не отвечает на один. То есть, как бы, чувак, например, не отвечает на LinkedIn, вероятность, кстати, что он дальше на что-то ответит, она снижается. Потому что фишка в том, что, как я уже сказал, если ты ему что-то написал в LinkedIn, он, скорее всего, это получил в свой ящик почтовый. Если этот человек вообще полезен, если он умеет, в принципе, делать бизнес, если он, как бы, не расслабленное дерьмо, то он вряд ли отмечает сообщения как прочитанные просто так вправо и влево, и значит, получается, ему уже что-то не понравилось, короче. А если человеку уже что-то не понравилось, он, возможно, какую-то нейросвязь по поводу этого как бы создал, если вы дальше будете его долбить, вам надо очень сильно стараться. Именно поэтому вот эта вереница супер тупых пингов в формате «Кстати, вы не прочитали ли мое письмо?» Так можно написать только один раз. Если вы, короче, написали человеку продающее письмо, и вы, скажем так, написали ему дальше «By the way, dude», там типа «Вы никогда мне не отвечали, прочитали ли вы мое письмо?» У вас только один есть такой патрон. Если вы, блядь, в следующий раз так же напишите, вы вообще просто становитесь у него в глазах ебучим лохом.
Лучше даже один раз редко писать, то есть очень важно здесь добавлять ценность. С каждым новым пингом мы не уменьшаем ценность и ожидаем что-то от чувака, он вам ничего не должен. Никто ничего вообще не должен, как бы, когда речь идет об outbound продажах, да и об inbound тоже. Как бы, у кого деньги в руках, тот и на позиции силы, это вы ему должны всегда, блядь. И вы должны этот долг ему возвращать. То есть долг этот — это долг интересности. То есть, как бы, ну, как бы, пока вы не вернете ему полностью сполна долг заинтересованности в жизни, он вам деньги не отдаст, как бы, в обмен на это, на равнозначную ценность. И, следовательно, если первое письмо было, по вашему мнению, отличным, надо думать, насколько же отличным тогда должно быть второе письмо, оно должно быть лучше. Там должны быть какие-то новости из рынка иногда, там в отдельном письме. Там, чувак, кстати, есть новость, которая вас очень сильно касается, мне интересно, что вы об этом думаете. И, by the way, еще, короче, я жду от вас ответ. У нас, короче, третье письмо. У нас есть кейс с такими-то ребятами, очень сильно повторяет, как бы, вашу вертикаль. Я думаю, что вы сталкиваетесь с этими проблемами, смотрите, какие там были цифры. Вот такие-то, такие-то, вот столько-то заняла интеграция, вот такое-то они хотели, вот так-то мы им это дали. А, типа, вот с такими проблемами мы столкнулись, вот так мы их решали. Короче, ребята, мы для вас делаем так же, и экономику еще раз показали, которая была в первом письме, еще ее маленько расшифровали. И вот так надо качать. То есть фишка в том, что вот такие раскопки, они как раз дают response rate. Вот если вы хотите когда-то в своей жизни увидеть response rate 30+%, которым мы наслаждаемся, вам придется как бы научиться делать вот эту хуйню. Потому что если это будет просто посев плюс вот эти слабые подергивания за рукавчик два раза, а потом забыли, ну как бы response rate будет там типа типичный классический рыночный 2%, потому что это недостаточно. И вы... Если вдумаетесь как следует, вспомните workflow свой, поймете, у кого вы что покупали, или там наблюдали, как кто-то что-то покупал, скорее всего, вы со мной согласитесь и вспомните, как это было с вами, и, скорее всего, там было примерно так же. Дальше по контактам, что еще важно сказать. Если визитка у вас на руках, это полезная тоже тема. У вас, например, на руках несколько визиток. Вы фоткаете визитку и фотку приоттачиваете. Ну, то есть не просто пишите, блядь, человеку с визитки, короче, потому что это непонятно, что такое. А вы, короче, фоткаете визитку, приоттачиваете фотку визитки и говорите: видите, каких классных визиток мы насобирали на конференции. А давайте теперь их в деньги превратим. Я вот люблю такую штуку, такую прибаутку, короче, писать. Response rate 90%. Потому что, во-первых, никто так не делает, а я вчера, ой, в пятницу, вот если кто не видел пятничный мой стрим, посмотрите, я там про литературу и про смыслы говорил. Вот как бы, если кто-то что-то не делает, это очень сильно повышает эффективность этого события. И здесь то же самое, так редко кто делает, это повышает конверт, потому что это интересно, это шутка. Причем очень неуместная, кстати говоря. Далее, если вы имеете стопку визиток, то тогда фоткаете сразу всю стопку, это будет круче, чем сфоткать одну визитку. И на этой стопке эта визитка того человека, которому вы отправляете эту фотку, должна лететь сверху. Звучит как дрочь до тех пор, пока вы руку не накачаете, это делать быстро. Ну, то есть, как бы я вот там, ну, автоматизирую эти действия уже в голове. Я такой, типа, хоп-хоп, визитки пофоткал, быстренько все разложил по файлике, короче, и потом просто копипаст. Очень легко. Ну, то есть, представляете, как бы любой человек это оценит, как бы это кастомизация, это прикольно. Вот, не надо стесняться просить контакты у своих знакомых. На самом деле, как бы у человека в жизни не очень много бывает, ну, скажем так, моментов, когда он может кому-то безвозмездно и легко что-то очень полезное сделать. И это как раз про контакт, про то, чтобы поделиться контактом. Это супер простое действие, за которое, скорее всего, будут очень благодарны. И будет приятно, короче, что ты, типа, был полезным. Очень многие СЛЗы и предприниматели почему-то, вот этого мне вообще непонятно, сталкиваются с этой странной проблемой. Опять же, психологический комплекс, да, сексуальный. Типа, ну, блядь, я вот буду писать человеку, просить его контакты, а нахуй я ему сдался, короче, я его отвлекаю, как бы там вот эта вся фигня. Ну, как бы... А он, на самом деле, уже устал делать одно и то же. И у него есть возможность побыть одновременно полезным для вас и одновременно полезным для того человека, с которым он вас познакомит. То есть, короче, просто одним таким супер простым действием он напоминает о себе там,
делает пользу здесь, и потом может что-то, возможно, встречное попросить. То есть это как бы в нетворкерской библии, типа Дарси Резака, например, да, связи решают все. А, книжка очень хорошая, рекомендую, я о ней уже говорил, как бы вы, скорее всего, ни хрена не прочитали, прочитайте, как бы она вам очень сильно нужна, если вы, вам эта тема интересна, которую вы сейчас слушаете стрим, уже, извините, 2 часа. А, так вот, это Библия, это очень важно понимать, то есть как бы люди хотят получать профит от того, что они могут быть кому-то полезны. Это профит не только финансовый, это профит еще эмоциональный, это профит тестостероновый, блять, это профит, вот, типа, показать свои яйца. Вот, это ничуть не хуже, чем заступиться за кого-то, при этом пиздиться ни с кем не надо. Понимаете, о чем я говорю? И тут очень сильно все, правда, зависит от того, насколько качественно вы попросите. Потому что, когда просят скучно, не будут чаще знакомить, чем будут. Когда вы просите агрессивно, знаете, вот есть люди, которые невежливые по жизни. У меня вот есть кореш, он, у него, ну как кореш, как бы, ну мы давно не общались, но как бы мне нравится этот чувак, в принципе, как бы я его люблю даже, наверное. Он специфический, но охуенный, как бы чувак такой, бизнесмен. Очень такой экстравагантный, скажем так. У него напрочь отсутствует вообще эмпатия. Вот просто он без нее родился. У него нет в мозгу вот какого-то куска, это, там эмпатия прячется в этом куску. Типа он, например, когда покупает в магазине что-то, он говорит: мне вот это дай. То есть как бы ни привет, ни пока, ни спасибо, блядь. То есть ему плевать просто. Причем видно, что это как бы не потому, что он злой, да, и он чувствует себя надменно, а просто он не понимает, короче, ну, типа, в чем прикол. И так многие люди поступают. Типа, многие люди такие, типа: здравствуйте, Антон, познакомьте меня вот с этим человеком. Да, как бы, слушай, ну, что-то ты меня слишком хуёво развлёк, короче. Просто не хочется прям назло не знакомить. А вот если присутствует какая-то энергия, то есть вот я, например, когда пишу какой-то уникальный текст кому-то, там, с шуточкой, да, там, с каким-нибудь даже с интересно ввинченным туда матерочком, там, с улыбочками, там, всех поцеловал, стикер закинул, короче, это развлекуха, это энергия. Люди, понимаете, это энергия, то есть это моя плата, я плачу энергией, на тебе мою энергию, насладись ей, кайфани от нее и дай мне, блядь, то, что я хочу. И дают чаще, намного, вот. Наверное, многие сейчас, кто помнит, что я так с ними делал, подумали: Антоха, оказывается, корыстные цели преследовал. Это не так. Ну, я просто, ну, как бы, я просто объясняю, как работает то, что мне нравится делать. Это разные вещи. То есть не то, что я там вас наебал, как бы, да, когда шутил с вами. Ну, как бы, я просто понимаю, как бы, что это еще и пользу приносит, кроме того, что мне это нравится. То есть, как бы, здесь у меня совпадение просто случилось такое жизненное. Это про контакты мы все еще говорим. Так, я быстренько пробегусь по комментариям. Вдруг вы мне подскажете, что вам интересно про контакты. И, кстати, давно, вот мне люди говорят, что качественный стрим, вот Арсений Максимов говорит: качественный стрим. Я не знаю, Арсений Максимов, зарепостил ли ты мой качественный стрим, но если нет, то это означает, что ты врешь и тебе не нравится он. Вот, репостните, чуваки, нагоните людей, давайте как бы собирать комьюнити. На самом деле, как бы, вот мой контент, он еще, мне кажется, чем хорош. Довольно сложно для восприятия. Ну, многие там вот эти вот люди, короче, одноразовые отсеиваются, потому что, блядь, маты мне нравятся. Многие, короче, там, типа, не хотят в таком формате неподготовленным, не оратором профессиональным слушать какой-то контент. И остаются думающие люди, которые реально про бизнес хотят поговорить, как бы. Это прикольная комьюнити. Типа, я абсолютно так же поступал со своими лангридами. Вот... Многие люди не понимали, почему я пишу супер длинные лангриды, непонятные, блядь, там, по часу для прочтения. А прикол в том, что как бы мне нахуй не нужны люди были никогда, которые типа там гонятся за двумя строчками, за истиной в двух строчках. Я писал как бы длинные тексты, и в итоге что я имею? Когда я задаю вопрос какой-то в Фейсбуке, я получаю очень разумные ответы, без срача, без какого-то дерьма, от хороших предпринимателей, от талантливых людей. Как бы от людей, которые, ну, понимаете, вот эти 10 тысяч людей, которые у меня в Фейсбуке, они ценнее, чем, типа, ну, какие-нибудь там 100 тысяч, блядь, людей у Владимирской, или сколько у нее там, или 200, блядь, на 100 порядков. Вы хоть раз видели от Алены, короче, от ее агентства, какие кадры прилетают, вот, ну, размещали вакансии у нее? Я вам рекомендую, просто попробуйте.
Вот, это вот среднее качество людей, которые ведутся на, блядь, отсутствие запятых и три строчки, короче. Вот, я не знаю, Алена, может, ты смотришь, но тебе нужен фидбэк, я думаю, по жизни тоже, как бы, как и всем, как и мне. То есть это мой фидбэк, короче. Ну, типа, аудитория у тебя и среднестатистические люди, которых ты присылаешь, полная хуйня, как бы. Вот, ну, хорошо, что это работает там где-то на нефтянке, но в IT, как бы, вам, как агентству, ничего не светит, если вы будете таких людей рассматривать. Ну, я думаю, что вы просто не шарите, получается, кто в IT вообще работает. Если вы предлагаете таких, блядь, коммерческих директоров, которые там, я не знаю, не то, что двух слов сказать не могут, у них смотреть, блядь, даже страшно, если честно. Просто тупо я спать потом не могу. Вот. Ну, короче, что дальше, блядь? Вы репостите, ну, плиз, как бы, типа, давайте соберем здесь аудиторию клевую, то есть я вот в итоге собрал хорошую аудиторию на Фейсбуке текстами, мне нравится, я кайфую, как бы, это классные люди, я могу на них положиться, они могут на меня положиться, мы очень много друг другу помогаем, и инфой, и советами, нетворкингом, коннектами, блядь, я там помогаю кому-то каких-то людей нанять, короче, мне помогают что-то найти, постоянно получаю пользу от Фейсбука. То же самое должно с этими стримами произойти. Вот, только вы своими репостами можете помочь. Каким-то людям это не понравится, они съебутся, а тем, кто понравится, как бы они останутся, мы будем все здесь вместе классно чилить. Кстати говоря, у меня форматы новые добавляются. Я, короче, на этой неделе, возможно, если смогу, если не смогу, то на следующей. У нас первые уже предприниматели начнут выступать. Я буду как бы цеплять наших клиентов для начала, потом еще, может быть, кого-то, но начну с наших клиентов, людей, которые делают потрясающие технологии, которые продают их в том числе нашими руками за границей, которые довольны, которые с нами давно работают. Они будут рассказывать не только о нас, то есть у меня нет задачи как бы здесь рекламироваться. Я преследую здесь три цели. Ну, первая, понятно, это реклама, как бы, чтобы о нас поговорили и рассказали вам, как с нами кто-то работает. Вторая, как бы, более важная цель, я по нарастающей говорю. Есть огромное количество говнопредпринимателей, которые занимаются пиаром, у которых есть дружки, которые могут их протащить в пиар. Ну, они там дружат, я не знаю, там с каким-нибудь, блядь, Цеплаковым, короче, Цеплухиным, вернее, там, типа, Весеру, короче, или Андру Синодом. Ну, блядь, я не знаю, ну, короче, с какими-нибудь чуваками, которые, короче, типа, могут дергать рычаги пиара в России. И у них там просто богатый папа, короче, нихуя вообще бизнеса, короче, никогда не будет. Ну, то есть там, да, есть какие-то сотрудники, короче, там все это в минус работает, жжет какие-то инвесторские деньги, непонятно чьи вообще. И эти люди, им все рукоплещут, они выступают на конференциях, там их зовут на какие-то там титаны эти, блядь, бизнесы, или как там, атланты ебучие, там расправляют плечи, там, которые нихуя не зарабатывают. А типа нормальные ребята, которые уже имеют контракты с IBM, с Microsoft, с Audi, с Siemens, с еще всякой хуйней, которые сидят там где-нибудь в маленьком офисе в Казани, о них никто не знает. Я хочу, чтобы о них узнавали, короче. Вот те ребята, которые доходят до того, чтобы нанимать таких, как мы, и которые явно закрывают контракты за рубежом, сидя при этом в России, они интересны. Вторая категория людей, которые могут быть общественности интересны, кто хочет о них узнавать, это предприниматели наши русские, которые сидят за границей. У них может быть маленький бизнес, может быть средний бизнес, может быть покрупнее. Но о некоторых этих бизнесах, опять же, в России почему-то никто не знает. Есть большие предприниматели за границей, которые в IT работают, о которых в России никто не знает. Вот, например, меня когда-то познакомил Вадим Асадов с чуваком, которого зовут Майк Сандлер. Он же Миша Сандлер. Это чувак, который сидит в Канаде. У них компания называется Efifan Video. Я очень надеюсь, что мне удастся вытащить его тоже на стрим, как бы. У них компания занимается оборудованием для стримов, это такой будет веселый тоже прикол. Типа чувак, который, по сути, стример всея Штатов и Канады, короче, придет на стрим к чуваку, короче, ну, хуй знает, может в этом нет ничего прикольного, ну, короче, обычная тема. Но этот чувак, у него бизнес огромный. Они продают девайсы там за бешеные бабки и промышленными масштабами, и... И я никогда о нем не слышал. Я вообще не... Вот напишите кто-нибудь в комментах, если можете. Знаете ли вы Мишу Сандлера? Или слышали ли вы о компании Efifan Video? Типа, у них довольно большой штат людей, короче, в Канаде, в Штатах, как бы. У них очень много денег. У них супер позиция на рынке. Они учеными считаются. Они разрабатывают новые девайсы. Вся хардвара, все железо, весь софт, все проприетарное.
Это для кого-то, ну, для каких-то сегментов индустрии это вообще стандарт качества. Это самый дорогой софт, короче. И, ой, самое дорогое железо, короче, с проприетарным софтом. Это русский чувак, у него русская команда, русские, типа, маркетологи, блядь, русские, там, я не знаю, и бизнес-девелоперы, и, ну, естественно, есть и американцы, ну, то есть, как бы, вот, было бы прикольно же, наверное, узнавать о таких людях, вот я буду их пригонять, чтобы вы о них узнавали. Так, я быстренько читаю комменты. Я на самом деле про контакты, я даже не знаю, то есть вы вопросы не задаете, значит вам, наверное, все понятно. Я, короче, ну, буду сейчас бегло читать комменты, короче, чтобы просто, ну, чтобы, короче, комменты были тоже прочитаны, потому что это как-то застрёмно, если я их не буду читать, и мне интересно их читать и отвечать. Вот. Если кому-то неинтересно, короче, задавать вопросы больше, и при этом время заканчивается, не надейтесь на какой-то супер топовый контент, только в ответах на вопросы он будет звучать, но заготовленного, как бы он закончился уже 2 часа, я думаю, норм хватит, как бы спасибо всем, кто залетел, вы охуенные ребята. Ну, я еще здесь, как бы, я никуда не ухожу, я подарю себе винчик. Вот. Так. Андрей Митрохин спрашивает, а письма на разбор можно высылать? Да, чувак, мне уже прислали 3 письма, ну, по крайней мере, на момент начала стрима их было 3. Я собираюсь либо иногда, когда будут короткие темы, разбирать письма после тем, но сегодня уже нет. Либо я прям отдельный стрим буду делать. Насколько я, ну, знаю, вы, наверное, видели, да, что у меня же расписание есть, я теперь стелю по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям иногда. И я, короче, буду вот в какие-то из этих дней, например, просто делать стрим, разбираем письма, как бы, и там я буду, как бы, объяснять, какая литература говно, какая годная, где явно спорные моменты, где длинновато, где коротко, как бы я это поменял, как бы. Я думаю, что это может быть кому-то полезно. Это экспериментальный формат, если он не зайдет или надоест, я его выкину потом. Ну, попробуем. И, как бы, присылай, кто угодно, не только ты, Андрей, присылайте свои, короче, письма продающие. Если они будут совсем полное говно, то я просто, как бы, наверное, быстро по ним буду бегать. Ну, потому что, как бы, я не особо хочу прям работать на вас. Но если, как бы, вы прям подумаете хорошо, и я увижу, что в этом письме есть какая-то проработка, оно явно сделано не за одну минуту, как бы просто для того, чтобы поспамить, а оно реально, ну, нормально, но там есть что поправить, то мы будем его детально разбирать. Вот. В России Rocketry чок. Да, в России Rocketry чок, он ок абсолютно везде, чувак. Ну, как бы фишка в том, что Facebook это не российская компания, а пользователи, которых ты будешь дергать, они, наверное, зарегистрированы на Facebook. LinkedIn то же самое, и вообще все остальные соцсети то же самое, где работает Rocketry. То есть, как бы, ну, получается, если ты, как бы, ищешь человека, который зарегистрирован в социальных сетях, то ок. Мы, видишь, мы же разговариваем про IT. Назови мне айтишника какого-то глубокого, клевого, вечного, охуенного, который, например, не зарегистрирован в Фейсбуке и в Линкедине. Ну, их очень мало, как бы, наверное, они бесполезны. Вот, все-таки тусовочка-то здесь, как бы. Вот. А, разговор, дека, OnePager, Zoom, дальше переписка в мессенджерах мыли. Разговор, дека... А я не понимаю, Павел, можешь объяснить, что такое разговор, дека, OnePager, Zoom? Я что-то не понимаю. Поясни, длинно прям напиши, как бы я прочитаю. Так, стоит ли переводить общение с LPR в Skype, спрашивал Владимир Доманов, или Zoom после того, как он ответил тебе в LinkedIn, или норм продолжать переписку там и вести продажу? Как у тебя получается? Это очень хороший вопрос, давайте поговорим об этом. Если ты получил ответ от LPR, и в этом ответе он тебе задает вопросы, ты должен отвечать на эти вопросы. Ты можешь аккуратно предложить ему, углубиться в детали на созвоне, но только ни в коем случае не вместо ответа на вопросы. Самое тупое, что может сделать человек, это когда ему задают вопрос, то есть на крючок схватил он кого-то, да, это классный момент, которым надо пользоваться. Он ему в ответ говорит, ну давайте созвонимся лучше, ёб твою мать, ну как бы, вот ты портишь все, потому что фишка в том, что если человек хотел бы с тобой созвониться, если бы у него был такой intention, он как бы не безвольная марионетка, и он не тупой, да, он сам тебе предложит, он тебе скажет, блядь, давай созвонимся, как бы, ну, что мы будем тут писать, я тебе задам все вопросы. Если он уже тратит время именно на такой формат, то это означает, что он уже за это проголосовал. Ну, ты не вправе, короче, навязывать ему что-то другое. Нет, ты, конечно, можешь, да, но в этом случае готовься его проебать. Понимаете прикол, да?
Вот. Так, сейчас я винишко себе начислю. Видите, как я классно с вами сижу, вечер как бы томный. Вечер томный, я пью винишко. И мы с вами разговариваем. Как будто бы мы с вами реально встретились, типа, я не знаю, там, в хорошем месте, вот. У нас тут реально красиво. В Лондоне будете, когда обязательно пройдите по этому району. Я живу в Вест-Лондоне. Это Notting Hill. Вот, W2. 6, короче. Ой, W2, блядь, я уже уехал оттуда. W10, блядь, 6, короче. Вот, W2. Ну, типа, здесь, короче, охуенно вообще. Вокруг просто все пиздато. Здесь дома все стоят каких-то безумных денег. Вот. Я снял в итоге квартиру, которая стоит, ну, типа, я не знаю, блядь, 2,5 ляма, наверное, ну, фунтов примерно. Но это, типа, много, короче. И здесь все такое, то есть все такое красивое, лоснящееся, прям как в кино. Очень-очень приятно здесь находиться, пьешь винишко, короче. Такое чувство, как будто ты хорошо живешь, как будто ты не зря старался, как бы не зря умнел, не зря все эти книжки читал, не зря, там, переживал, короче, типа... Вот, ну, понятно, расслабляться нельзя, надо много денег заработать, как бы надо прям, блядь, ну, заработать миллиард, как бы, конечно, нормальные пацаны такую цель должны себе ставить. Но даже вот так все равно, как бы, посмотрел вокруг и такой, ну, ловишь челуху такой, блядь, нормальное место, вот. Рекомендую приезжать сюда, здесь клево. А, так, дальше. Дальше. Стоит ли... Так, на это я ответил. Стрим хороший, фотка стопки визиток. А, ну да, чувак. Так, Олег Варушкин пишет. О, кстати, Олег Варушкин, спасибо тебе, братан, за донатики. Я обещал, что я каждого человека, который донатит баблос, а баблос донатит вот здесь, вот по этому линку, это ты можешь просто мне тупо закинуть бабло, чтобы я реально угорал с него, короче. Вот, типа, если тебе нравится то, что я говорю. Ну, так развлекаются эти стримеры, короче, типа меня. То есть это такой развлекон для нас, короче. То есть ты закидываешь, значит, тебя оценили, значит, ты клевый чувак, красавчик. Не только репостами едиными, еще и баблишком, короче, живые, блядь, комплименты. И так вот, Олег Варушкин закидывал бабос. И спасибо тебе, чувак. Мы, на самом деле, очень давно в друзьях в Фейсбуке. Я миллиард раз видел, короче, твои комменты, отвечал тебе в разных постах, короче, ты там лайкал мои комменты, репостил. Спасибо тебе, короче, мне очень нравится, что ты как бы, ну, такой like-minded person, да, что ты столько лет, короче, типа в тусовке. Вот, несмотря на то, что мы с тобой никогда не виделись, несмотря на то, что мы никогда не работали вместе, вообще никак не пересекались особо, мы как бы вот ВКонтакте находимся, и типа ты, ну, типа, как это, знаешь, вот чувство такое вот интересное, да, такая дружба реально, но типа, то есть она как бы есть, но она неосязаемая такая, но при этом ты ее чувствуешь, ты ее любишь, ты ее ценишь. Вот, новый, короче, новый вопрос пришел от Дэна. О, Дэн Гридин, здорово, чувак, я помню тебя, ты бодрый пацан какой-то, я там открывал твой профиль, короче, ты там типа с интересными людьми фоткаешься. Я так понимаю, ты из инфобизнеса, да? Расскажи про себя, если хочешь, в комментах, заодно я почитаю. У тебя есть какой-то чек-лист, по которому ты пробегаешь, когда готовишь сильно персонализированный first touch по целевому LPR? Слушай, нет, ну какой нахуй чек-лист? Ну, как бы... нет чек-листа. Это импровизация? А, ну слушай, подожди, я понял. Я на самом деле, видишь, я еще так реагирую иногда, как будто бы, типа, все должны быть обязательно на моих предыдущих стримах. Ты, наверное, прошлого не слышал. Я как бы очень много говорил про то, что, как бы, типа, вопрос выбора подхода — это вопрос импровизации. Когда ты путаешь момент, когда тебе надо импровизировать, с моментом, когда тебе надо систематизировать, то ты очень сильно ошибаешься. Типа, ты идешь вниз, а не вверх по конверсиям. Вот, чек-лист не нужен, но разве что, наверное, есть просто логические вещи, из чего должны письма состоять. То есть у нас как бы любое письмо должно по-любому состоять из приветствия, из укрепления приветствия, то есть такой icebreaker. То есть приветствие — это «Привет, Дэн», icebreaker — это типа «Надеюсь, у тебя все прекрасно в этом мире». Дальше, короче, «Кто мы такие?» Кратко. Тут же бицуха. То есть, кто мы такие и почему это охуенно?
типа, это должно быть одновременно и не коротко, и не длинно, то есть тут нельзя ни в коем случае сильно коротко звучать, потому что, типа, ну, как бы, видишь, вот здесь включается импровизация, то есть непонятно, как бы, в зависимости от того, что за клиент, в зависимости от того, что за аудитория, что за сегмент, что за бизнес, что за предложение, длина будет отличаться. Потому что инвестору, например, в некоторых случаях я напишу 3 слова, это будет достаточно. А в некоторых случаях я напишу ему 2 абзаца, короче. И то буду считать, что этого не совсем мало, ну, этого немножко мало, да, и придется созваниваться еще, чтобы подтвердить всю хуйню дальше. Ну, дальше, короче, после того, как мы дали бицуху и объяснили, кто мы должны написать, что мы именно хотим от человека. Я обычно прям пишу, например, типа, и я хочу, чтобы ваша компания с нашей начали работать. Я хочу, чтобы вы интегрировали к себе нашу технологию. Я хочу, чтобы вы воспользовались нашим движком контентной рекламы. Я хочу, чтобы вы, купили у нас, не знаю, дизайн баннеров. То есть это очень прикольно, когда ты, короче, бицуху показал, если ты действительно ее классно показал, то дальше, когда ты, короче, говоришь, что ты хочешь, ты очень сильно упрощаешь жизнь человеку, он это хорошо воспримет. Дальше, короче, когда мы, ну, вот этой короткой строчкой объяснили, что мы хотим, дальше, короче, мы переходим к уже телу, то есть уже к тому, где, собственно, контент, который уже начинает вызывать интерес реальный, да, то есть мы купили, короче, типа, прочтение всего остального, и вот дальше мы, короче, объясняем, что за услуга, какая модель, почему она охуенная, супер вкратце только. Кто клиенты, бла-бла-бла-бла, вот всю эту хуйню, короче. Дальше должно быть позиционирование, типа, это может быть как личное позиционирование, так и компанейское позиционирование. Типа, я считаю, что если мы вот эту хуйню сделаем, то будет бла-бла-бла. Это личное позиционирование. Позиционирует компании, это типа, когда мы работаем как компания с такими, как вы... обычно богатеете на 30%, это доказано уже 18 раз, короче, блядь, типа, вашими же конкурентами, не отдавайте деньги вашим конкурентам, хватайте их, я вам их принес, не отдавайте. Вот вы сейчас руку отпустите, и ваши конкуренты продолжают зарабатывать, а вы нет, короче, блядь, не надо так делать. Это позиционирование. Дальше идет, короче, уже, типа, выход из письма. Это, короче, типа, такой, ну, короткий, такой, ну, милый просто, такой ламповый какой-то модуль, где мы объясняем, что, как бы, типа... не знаю, я могу написать там, знаешь, типа, я получил удовольствие, описывая это все для вас. Вот даже так могу написать. Ну, то есть здесь все очень сильно креативно. У всех разный уровень креатива. Я там могу такое себе позволить, что, блядь, некоторым даже не снилось. Но кто-то там позволит себе что-то более простое. Типа, например, я очень надеюсь, что мы с вами в ближайшее время созвонимся, блядь. Ну, какой-то call to action, короче. Вот. И, ну, и дальше, как бы, прощание. Тоже может быть насколько угодно креативное, в зависимости от того, у кого как башка устроена. Ну, типа, и видишь, я тебе рассказал вот эту структуру, но только проблема в том, что, ну, как бы, люди, которые вот слушают это, они обычно это воспринимают в рамках своего ограничения текущих знаний. То есть, как бы, вот они верят, что бывают вот такие 5 заходов, короче, да, они такие подумали, да, мы поняли, о чем говорит Антоха. Но только вот фишка в том, что на самом деле я когда об этом говорю, я-то держу в уме там 15 тысяч возможных заходов, короче, да, и это только те, которые я быстро придумал, а могу еще посидеть подумать и еще столько же придумать. И я могу более гибко, короче, в рамках этой структуры существовать. Но эта структура, она как бы себя показывает наилучшим образом. То есть обычно как бы, если это все есть, это как такая презентация без презентации. Я вообще не пользуюсь презентациями, я их очень не люблю. Ну, то есть иногда надо, конечно, потому что какой-нибудь пидорас из там S7 там, да, скажет, блядь, как бы, я не буду ничего читать и слушать, пока вы мне PDF-ку не отправите. Но в этом случае нужна презентация. Но это редко. Это скорее исключение из правил. Или это какие-нибудь там рынки типа китайского, где, короче, там просто вот как написано было на глиняных, блядь, табличках работать 2000 лет назад, так они сейчас и продолжают работать. Но в нормальном обществе, как бы, европеоидов с баблом, айтишном,
письма намного больше вес имеют, чем презентация. И когда как бы люди начинают вот этой хуйней страдать, они пишут короткое письмо и презентацию прикрепляют, ну, как бы я сразу же говорю им, ну, мысленно, попрощайтесь со своей конверсией, чуваки. То есть у вас будет конверсия 2%, а у меня 40%, как бы. Потому что я не буду прикреплять презентацию вместо письма. А я напишу письмо, которое будет пизже, чем презентация, и прикреплю презентацию линком, даже без надежды, что на кто-то будет кликать, потому что, скорее всего, после того, как они мое письмо прочитают, им просто не понадобится это. Ну, просто зачем, блядь? И так все понятно, как бы лаконично, классно, красиво, литературно, творчески, блядь, вот это все хотят все эти люди. Вот, и дальше разговор какой-то происходит, а там уже как бы бизнес покажет, потому что ни один человек... Ну, кроме каких-то половых там связей, как бы, да, непонятных, ну, на холодную, как бы, ничем, ну, если бизнес херовый, человек все равно не сможет ничего сделать, как бы. Если бизнес классный, то, как бы, там уже может быть разная конверсия. Ну, классный хотя бы с какой-то точки зрения, то есть, если в нем есть смысл, если он не вредит хотя бы, а помогает для начала. Так, Дэн Гридин ответил мне: мы с тобой в одной теме, только я помогаю продавать жену чувакам из Трансайра и всякой гасухи. Ну, слушай, блядь, как бы... Ну, мне никогда не нравились толстые, как бы, поэтому я не могу так. Но, блин, я желаю тебе успеха в этом, как бы, нелегком деле. Но, если что, ты к нам приходи, короче, у нас просто как-то веселее, что ли. Вот. Ну, это просто я троллю тебя. Я думаю, ты понимаешь это. Типа, что думаешь про массовые рассылки, или ты пишешь каждому контакту кастомное письмо? Ну, ты знаешь... Все очень сильно зависит от уровня. То есть от уровня, как бы, продаж, от уровня лид-листа, что ли. Если как бы там вообще хуй пойми кто, непонятно вообще с какой целью, какие-то маленькие компании, конечно, там нет смысла точечно писать, если еще и чек низкий, и конверсия, скорее всего, ожидается низкая. Но если как бы мы говорим о солидных сделках с солидными компаниями, например, у тебя есть четкое понимание, что ты что-то очень полезное несешь топовым e-commerce'ам штатов, например, то рассылка, ну, она тебя погубит. То есть, как бы, тебе же надо АБ-тестить, тебе надо, как бы, реагировать, тебе надо в зависимости от реакции улучшать свой питч. Вот ты, как бы, составил, например, типа, список рассылки на 2000 топовых компаний, взял, отправил, а потом, короче, подумал, бля, что такая дерьмовая рассылка. Ну, и еще что-то пошло не так, неважно что. А осадочек-то остался, этому человеку ты снова напишешь, он уже такой подумает, бля, они что, ебанутые? Ну, то есть, как бы, я не люблю вот это. То есть, как бы... Одной компании ты напишешь, короче, с ее особенностями. Другой компании что-то другое напишешь. Третье. Я быстро генерирую короткие тексты красивые. Поэтому я, например, видишь, я же сам еще и как бы не продаю вот лоу-левел-то. Ну, давно. То есть это все-таки, ну, как бы, ну... Я больше пользы приношу, если я наблюдаю за тем, как другие люди продают. То есть это, ну, как бы, это моя позиция просто нынче на рынке, как бы. Но, как бы, когда я продаю что-то все-таки, я продаю обычно что-то прям такое, ну, типа, знаешь, там... Денег кто-то хочет поднять, по инвестфондам надо пробежаться, как бы. Или надо там, блять, booking.com, короче, какую-нибудь интеграцию продать, короче, там, которая пиздец много денег принесет какому-то тоже большому бренду. Ну, короче, какие-то большие вещи. Как ты там будешь, кому ты там будешь рассылку делать? То есть, конечно, ты там пишешь лично, персонально, вскапываешь, там очень глубокий ресерч проводишь, пишешь какое-то сложное письмо, как бы. Вот, все от уровня зависит, в общем. Я бы никогда не писал никакие шаблоны. Я считаю, что задача любого человека прокачиваться по жизни. И я считаю, что ну, если человек хочет достичь когда-то мастерства, где он будет очень сильно капитализироваться и действительно будет импровизировать высшей категории и сможет бороться с самыми лучшими за момент крутящий в этой жизни, то лучше бы ему уметь это все делать на ходу, блять, уникально, крафтово. Если он все еще в кресле продажника сидит, это высший грейд. Скорее всего, как бы, когда он научится это делать так, как я говорю, крафтово каждый раз писать и классный респонс рейт показывать и большое количество компаний обрабатывать, ну, он просто будет, перестанет, короче, иметь необходимость самому продавать, короче. На нем будут работать какие-то другие люди, и он будет заниматься другими делами за большие деньги. Вот и все. Это такой какой-то, знаешь, как, ну, путь, как бы, к освобождению, блядь, гладиатора, как бы. Вот.
Разбор писем — отличная тема. Так, что я еще не прочитал? Давайте я пойду наверх сейчас, просто буду читать комменты. Наверняка многие из этих людей уже ушли, но все равно им, может, будет приятно, как бы. Или другие просто посмотрят, на как я отвечаю на их ответ. Никто же больше новые вопросы не пишет, и комментарии не... А, кстати, просьба к тем, кто пришел вот недавно с репостов ваших друзей, которые зарепостили этот стрим. Репостните тоже, мы здесь за бизнес трем, мы трем здесь за продажи, здесь философия, логика... всякие разные raw skill рассказывает, короче, ну, я, как бы, типа, бизнес-девелопер айтишный, международный, короче, вот, сижу в Лондоне, пью этот винишко, короче, рассказываю чувакам за продажи, вы вот присоединились, как бы, давайте дружить, как бы, лайкайте и репостите мой стрим, и это лучший способ подружиться со стримером. С почты бывают проблемы из-за GDPR. Ну, да. Очень интересно, где искать крутые вакансии в Бездеве. Чувак, не надо искать никакие вакансии в Бездеве. Нахуй вообще нужны в Бездеве вакансии? Если у тебя... если ты Бездев, ну, если ты собираешься на Бездев вакансию как бы откликаться, то это означает, что ты Бездев. Если ты Бездев, то ты умеешь продавать. Если ты умеешь продавать, зачем тебе вакансия? Ты как бы пишешь чувакам, что есть классная opportunity, но нет тебя. Ты объясняешь, почему. Ты объясняешь им за их бизнес, ты объясняешь, где, короче, им это надо. Это все можно сделать лаконично. Пишет о фаундеру или пишет коммерческому директору, в зависимости от той позиции, на которую ты претендуешь. Ну, пишешь, короче, своему будущему боссу, да? Это может быть, там, не знаю, аккаунт-директор или еще кто-то пониже, даже head of account, accounting team. Ну, ты, короче, вайб создай, чтобы он захотел тебя зафорвардить в отдел HR, если он не может сам нанимать. Либо чтобы он хотел тебя зареферить. Если у них есть система рефера, это в корпорациях во всех. Либо если он вообще в принципе может на это повлиять, если он в стартапе работает, он побежит, если ему ты сильно очень понравишься, и начнет уговаривать там своего папу, короче, вышестоящего, выделить на тебя бабос, чтобы, короче, тебя нанять, потому что ты охуенный чувак. Скорее всего, к нему так никто не заходит, потому что никто так не умеет, все ждут ебаную вакансию. Тебя возьмут, наймут и будут счастливы, и ты будешь счастлив. И какая тебе вакансия? Ты так можешь строиться в любую компанию. В большинстве компаний, где даже не открыты вакансии бизнес-девелоперов, они тем не менее нужны. Ну, просто как бы... Фишка в том, что тут спрос рождает предложение. А предложение, ну, типа, может рождать спрос. Это как бы курица и яйцо, это замкнутый круг. Аппетит приходит во время еды. Вот я, например, сейчас не знал, что мне нужен охуенный аккаунт-менеджер. А, короче, мне написал охуенный аккаунт-менеджер. И он настолько оказался классный, что я подумал, блин, ну такое нельзя упускать. И у меня, например, в компании есть инвестиции, у меня, например, есть план развития отдела бизнес-девелопмента. Я еще не успел оформить вакансию, может быть, я еще даже не подумал о том, нужен мне аккаунт-менеджер или нет. Я тебя увидел, все, у меня возникло рассуждение из-за этого, понимаешь? Вот, и я устроился, короче, то есть, ну, как бы, все. Я раньше в компании, в которых я работал, ну, типа, наемным, ну, как бы, тем не менее, топ-менеджером, я нанимал так людей, как бы. Вот люди мне писали, я их нанимал, потому что это очень круто выглядело, то, что они мне написали. А не было вакансии открытой, как бы. А, процесс найма по шагам. Так, очень интересно, где искать крутые вакансии, я тебе ответил. Процесс найма по шагам, ну, это будет в стриме про найм, это интересная тема. Какими вопросами прочекать чувака, что он пиздит? Блять, ну, как бы, слушай, чувак... Ну, это тоже будет в том же самом стриме про продажи, короче, но... На самом деле, здесь, видишь, фишка в том, что вот непонятно, то есть... Ну, мне хуй напиздишь, короче. А, например, там, я знаю чувака, которому можно напиздеть, при этом он тоже очень крутой. Ну, типа... Но мне можно напиздеть легко про технологии, например. И это не изменится. От того, что как бы мне кто-то объяснит, как мне проверять, я не смогу, тем не менее, предотвратить пиздеж, потому что я не шарю в технологиях, я шарю в продажах. Вопрос в том, что в чем ты шаришь. Ты шаришь в бизнес-девелопменте? Значит, тебе будет сложнее напиздеть. Ну, как бы, я, может, шарю лучше себя, и мне будет еще сложнее напиздеть. То есть, здесь грейды какие-то есть. А может, я не лучше тебя шарю. Может быть, мне лучше напиздят, чем тебе. Конкретизируй вопрос, давай какую-то ситуацию разбирать, какую-то историю. Ты пиши прям длинно, короче, коммент, пиши историю. Была такая-то хуйня, бла-бла, там такое-то происходило, мне напиздели. Я сразу же вспомню свои истории, поделимся с тобой, подумаем, ну, сразу возникнет какое-то рассуждение, как с этим можно бороться. Вот. Спасибо, очень большое количество людей похвалили качественный стрим, сказали качественный стрим и в плане картинки, и в плане звучка, и в плане, короче, контента. Сегодня у меня отличное настроение по этому поводу, потому что реально вы меня поддерживаете.
очень много комментариев, просто красота. Наверняка много репостов, я еще не видел, сколько репостов, но мне кажется, почему-то по ощущениям, что больше, чем в прошлые разы. Вот, значит, мы растем, наше дело правое, мы всех победим. Непонятно, кого мы, правда, бедим, но мы бедим как бы тупость, как бы отсутствие вообще, в принципе, таких каналов, наверное. Вот, победим эту хуйню хотя бы, да? Вот. Так. Тормозило у меня сегодня крайне мало, слава богу. Я прям вообще не вижу комментариев про тормозушку. Типа, мне уже, наверное, пора потихонечку закругляться, потому что люди, как бы, которые смотрят, они уже подустали. Смотреть меня, блядь, столько часов в неделю, наверное, много, если я буду каждый раз по 3 часа застеливать. Вот, я тоже пойду уже отдыхать. Вот, спасибо всем, кто смотрел. Всем новым, короче, фолловерам, блядь, привет и, типа, респект. И мне очень приятно всегда, когда людям что-то подобное интересно. Это, ну, это здорово. То есть это означает, что я как бы не обезумел, что люди реально разделяют как бы мыслительный флоу. И значит, что мы не вымрем, как бы будем продавать, будем, короче, делать нормальные бизнесы с человеческим лицом. Не будем скучными говноедами, говномесами. Как показывает практика, бабло поднимать таким, как я, тоже несложно. По крайней мере, у меня есть очень много примеров, и я общаюсь с инвесторами, они мне предлагают бабки. Вот, значит, получается, и в продуктовом бизнесе тоже таких будет, ну, навалом. Вот я лично ученик Кости Калинова, который как бы запросто мог, если что, кого-то прямым текстом послать нахуй, потому что он просто понимал, что зачем, ну, как бы за этой ширмой скрываться, надо быть собой. Вот это моя как бы догма, поэтому я матерюсь, поэтому я выгляжу немножко по-уличному. Ну, не то, что я там пыжусь, да, для того, чтобы так выглядеть. Я просто как бы решил, что я буду собой. Вот. Это многих бесит, я это знаю. Люди, короче, под моими текстами или под моими постиками постят, как бы, типа, вот эти там плачущие лица, блядь. Ну, как бы, пускай живут в этом, блядь, ну, как это сказать, короче, в этом домике самообмана, короче, в домике, где все типа якобы прекрасно. На самом деле бабок там мало в этом домике, вот. Короче, я посмотрел комментарии, я еще нашел коммент Глеба Тертичного, поскольку Глеб Тертичный — это мой кореш и донатер, я вынужден ответить срочно. Глеб Тертичный — охуенный чувак, вот. Он спрашивает, а внутри одной страны лучше идти в сегмент, где есть конкуренты или куда они еще не добрались? Например, безопасность в банках, тема прогрета и базовые вещи объяснять не надо. А в ритейле приходится проводить ликбез. Слушай, ну, как бы, это зависит. Смотри, Глеб, если у тебя сильное предложение по сравнению с твоими конкурентами, экономически или еще как-то, ну, естественно, надо идти туда, где уже все прогрето и где уже все забито. То есть фишка в том, что это же эволюция. То есть, как бы, если бы, например, автомобили, ну вот, как бы появлялись новые автомобили, принципиально новые, да, если бы никто не шел туда, где они уже есть. То есть, как бы, типа, что, получается, люди все купили тачки, короче, и типа, все, больше не надо ничего продавать, у них уже есть машина. Им продают более хорошие, более быстрые, более качественные, с новыми какими-то ништяками, находками, и так во всем. И то же самое в бизнесе, то есть, как бы, все пользовались одно время Evernote, это был суперсервис, который был вообще в какой-то момент самым главным сервисом на планете. А потом появился, блядь, что-то еще. Потом появился Miro, который до этого был real-time-бордом. Сейчас, короче, все Miro любят. И появится что-то еще, как бы, типа, ну, либо Miro будет как Facebook, я не знаю, скупать всех конкурентов, как это делает, я не знаю, Atlassian, короче, да, Jira, как бы, скупает всю хуйню, как бы, либо уничтожает, либо превращает своих рабов, короче, типа, ну, как бы, впитывает в себя. Вот, может, так будет, как бы, я не знаю. Ну, если у тебя что-то принципиально драматически новое, ты можешь это объяснить на пальцах. Конечно, иди, продавай. Надо идти вообще везде. То есть ответ на твой вопрос: надо идти и туда, как бы, и замерять метрики, и пытаться понять, что происходит, короче, типа, смотреть на приход-расход. То есть, если как бы ты туда и туда ходишь, там у тебя лучше продается, там хуже, но везде кэш-позитив, ну, ёбаный в рот, в правильном направлении движемся. Значит, получается, этот кэш-позитив надо реинвестировать на рост и там, чтобы, короче, типа, ну окей, здесь будет медленнее расти, потому что кэш-позитив ниже, а здесь будет быстрее расти, потому что кэш-позитив выше, мы больше людей можем туда нанять, больше людей можем заставить как бы это растить, чтобы, короче, еще больше людей нанять, ну, как бы, все.
как бы капитализация растет, типа дивиденды растут, как бы улыбки, блядь, растут, не знаю, волосы растут там, где их не было, потому что теперь есть бабки, перезайти их с жопы, все растет. Вот, у всех как бы все растет, растет и елда тоже. Ну, потому что это сексуально, когда бабки есть. Вот такой у меня тебе ответ, как бы, Глеб. Спасибо тебе, что ты бодришь всегда мой стрим. Также ты бодришь и просто мою жизнь, короче, тем, что ты существуешь. Ты охуенный пацан. Реально классный. Я не, ну, я всегда только искренне такие вещи говорю. Это не попытка подлезать там кому-то. У меня нет там желания у Глеба что-то отжать. Вот, как бы, и так все отдаст, короче. Вот, и я ему. Просто мы друзья, короче, вот. И я поэтому ему решил вот онлайн, короче, высказать свои чувства, свою любовь. Так. А чисто языковое, если, типа, рынок португалоговорящий, они там в Латам и в LinkedIn не пишутся. Короче, ладно, старые, короче, комменты уже бесполезно читать. Если я там что-то очень важное пропустил, просто повторите. Я же стримы теперь часто буду делать. Ну, повторите в следующем стриме, я посмотрю. Я попытаюсь найти способ, как вообще лучше мне рассказывать и читать комменты. Моя проблема в том, что у меня не развлекательный стрим. И, ну, мне приходится довольно сильно напрягаться, чтобы контент рассказывать, фристайлить, да, на такие темы. Это, как бы, не очень легко. И я не могу, как бы, иногда я выпадаю на 10 минут, я не могу, короче, на все комментарии ответить. А людям не интересно смотреть, какие комментарии просто читаю, им интересный контент. Понятно, что, как бы, сегодня я по-другому сделал, я вначале контент рассказал, потом я, как бы, начал читать комментарии, вот этой тягомотиной заниматься. Вот, но я как-то подумаю, как это все еще лучше оптимизировать, я учусь на ходу, типа, чуваки. Все из Evernote перешли в Notion. Ну да, вот да, кстати, Notion, точно. И Medium там появился в какой-то момент, тоже как бы отжал чью-то аудиторию. То есть все эволюционирует. Глеб, респект. Кирилл Чикрыкин. Что важно для начинающего сейлс? Как развивать свой скилл? Важно не быть тупым, короче, блять, работать где-то, где работают бодрые солзы, и соревноваться с ними. То есть, когда ко мне обращаются, говорю, совсем начинающие чуваки, вот этот вопрос звучит реально как вопрос начинающего чувака. Я ему говорю, слушай, братан, не надо как бы типа пытаться там устроиться в сейлс-бомбу, ты как бы нахуй не нужен в серьезном деле. Не надо пытаться устроиться коммерческим директором, это очень глупая идея, как бы, ну, она тем не менее всем приходит. Все там по молодости такие, блядь, я сразу буду коммерческим директором. Да нахуя, как бы, скорее всего, ты меньше денег заработаешь, будучи плохим коммерческим директором, чем заработаешь, будучи хорошим сейлзом, ну, так-то по-честному. И самый классный подход – это, короче, устраиваться куда-то в тот сегмент, в котором хочется состояться. Например, нравится IT – устраиваемся в IT-компанию. Нравится, я не знаю, там, блядь, порно – устраиваемся в порно. Нравится, короче, там, типа, алкогольная продукция, там, устраиваемся в алкогольную продукцию, бухаем, там, со скидкой, да? Вот, типа, вот мы выбрали, и дальше есть одна механика супер простая, которая очень понятна всем, и она реально работает, как часы. Я так рос. Смотришь вокруг, видишь, как работают другие, пытаешься понять, дефрагментировать, из чего состоит их деятельность, что делает их успешными, и зачем ты это делаешь, чтобы их ёбнуть? То есть, короче, ты понимаешь, что если ты станешь лучше, чем все эти люди, то у тебя есть два варианта. Либо ты в этой компании начнешь как-то развиваться, например, там, зарплатно, тебя начнут удерживать, платить тебе больше зарплату, вся хуйня. У тебя появляются, короче, рычаги влияния власти, да? Либо ты идешь в другую компанию, и, ну, естественно, при смене компании ты уже получил определенный опыт, ты уже получил определенное повышение, как бы, своей стоимости, и ты чему-то научился. В новой компании ты снова проходишь этот путь всех уебал. Вырос, не вырос, пошел в новую компанию. Ну, короче, то есть фишка в том, что задача, как бы, это смотреть вокруг, понимать, что делает людей успешными, делать это лучше, чем они, понимая прям вглубь, прям фрагментарно, короче, из чего состоит, фрагментарно их работа. Что конкретно они делают вот весь день? Я же так и разбирался вообще, на самом деле, в управлении, там, в продаже. Просто смотрел, как бы, пытался понять, вот из каких, блядь, элементов состоит деятельность этого человека. Как оно и делает? А чем я хуже или лучше? И тут надо честным быть с собой. Если я хуже пишу письма, ну все, блядь, пошел читать книжки. Если я хуже переговоры провожу, все, я пошел проводить переговоры. Хуже, короче, там еще что-то делаю.
дружу с человеком, который это делает, бухаю с ним, вытаскиваю из него всю инфу, для того, чтобы это начать делать, хотя бы чтобы получалось, потом так же, как он, потом лучше, чем он, потом он пошел нахуй. Ну, в смысле, там, типа, прям, ну, ты его обогнал очень сильно, да? И все, как бы, весь мир вот так устроен, корпоративный. То есть это в бизнесе там что-то по-другому как-то, ну, там есть другие как бы, концепции, которые можно обсуждать. Корпоративный мир устроен ровно так, как бы, это все, что нужно знать, как бы. Если кому-то интересно про корпоративную вообще хуйню все почитать, ну, в смысле, про карьеру, на мой взгляд, самая лучшая карьерная книжка — это Инна Кузнецова, называется «Вверх». Она как-то так, и там даже слово «карьера» присутствует, по-моему, в названии, там оно длинное название, но «Вверх» — начало. Девочка стала, там, топ-10 сотрудником IBM, супер-топ-менеджером, одной из самых влиятельных женщин, как бы, типа, в IT. А начинала там с полотерки вообще. И она как бы делала вот то, что я вам только что произнес. Ну, она, конечно, так об этом не говорит, но если косвенно посмотреть на ее изложение, видно, что она именно так делала. Вот. Эрик Усманов говорит: расскажи, как продавать разработку для тех, кто не допедрил до сервисной компании. Слушай, Эрик, вот в среду, короче, я буду делать стримы, просто сейчас сваливаю уже, реально уже много, как бы я разговариваю, хватит, я пошел отдыхать, вот, типа, в среду будет стрим, тупо начни с этого вопроса, я об этом отдельно порассуждаю, разработка это интересно, я последний раз разговаривал с людьми, которые разработку продают сегодня, до этого, блядь, позавчера, до этого... прошлый вторник, короче, это постоянная хуйня. Мы запускали много компаний по разработке, короче, типа у меня друзья занимаются разработкой, короче, я могу об этом реально много рассказать. Вот, типа, ну там есть, конечно, будут спорные какие-то вещи, короче, будут какие-то, с которыми ты играешь, согласишься. Вот задай вопрос, напомни, короче, и давай об этом постелим, как бы можно поугарать. Я думаю, разработка это, ну это commodity, как бы, в каком-то смысле, в другом смысле это наоборот, не нужна никому хуйня. Вот, с какой стороны посмотреть. Наверное, это полезная тема для продаж. Так, Серега Попов. Лучше про баланс сил поговори. Обычно продажники приходят и падают в ноги. Но вот есть какие-то продажники, к которым покупатели приходят и в ноги падают. Блять, Серега, у тебя реально вся какая-то такая драма во всех твоих вот этих вот зарисовках. Как будто бы просто, блять, я не знаю, как будто бы ты какую-то книжку, короче, копипастишь, а не... Кто, блядь, кому падают ноги? Ну, пускай хуй сосут тогда. Все, типа, чуваки, было очень приятно с вами, короче, поугарать. Я кайфанул. Я вас люблю. До встречи. Следующий стрим в среду. Я там скину, как обычно, короче. И если можно, если вам реально понравилось, плиз, репостните эту тему. Пускай кто-нибудь что посмотрит. Мы, ну, типа, обрастем новыми связями, задорными. Всем пока.